Короче, Ань, бегай с кем-нибудь, найди себе белого игрока любого. Можете ко мне подключаться через Steam. Угу. Найди себе любого белого игрока и бегай с ним. Надо лутать, короче, уголь, крафтить хавчик и выживать, и возвращаться на корабль. Это говорит ее рот. Как там твоя сука мне дает или сосет? Дает. Мне больше не дает. Я тебя приглашу. Ванечка, инсайдер. Я в процессе уже, вот тут уже, да. Оп. Так, заходите в шкафчик в этом. Смотрите, снизу есть бойлерная, туда надо уголь скидывать. Тем образом мы заводим корабль, и за штурвалом надо его вести. Это мы уже играем или мы ждем просто? Нет, это только лобби. Не, бро, это лобби. А кто священник? Смотрите, в начале, если вам попадется трейтер, то у вас будет в начале синяя иконка. Ебать ты уёбина! У вас будет гореть синяя иконка, на самом деле надо было, что моргает хотя бы. У вас будет гореть синяя иконка, вы можете питаться, ну, вам надо питаться желательно человеческим мясом, то есть. Тут надо следить за холодом, голодом, типа, чтобы согреться. Ну, бля, ну это очень сложно, они, типа... Нужно собрать кости, чтобы строить тотемы на ку. Не-не-не, это вообще лишь им будет, мне кажется, не? Подожди, самый главный вопрос, Ром, а трейтеры между собой как вообще коммуницируют? Какой-то отдельный... Можно на букву английскую Т нажать, и там только такие стартовые команды. Они могут очень далеко отбежать и друг с другом общаться по войсу. Войс себе кнопку настройте сразу и проверьте, или работает. Да, при всех вы не сможете говорить, типа... То есть общий, да, войс? Как отдельного чата, когда десит, тут нет. Чё, брат? Со старта, когда кнопка разговора? Вроде Ctrl, Ctrl левый. Левый лучше контрол? Переставь себе на удобный, да. Да, левый контрол. Потому что что? Я вижу, да. Вижу. И попробуйте поговорить. Hello, hello, hello. Hello, hello. Слышь, да? Алло. Алло. Гости сказал. Каравай очень бустит микрофон. А мне слышно? У меня? Да, да. Да ну, просто подальше от микрофона, брат. Скажи, Ань, что-то, скажи, Ань, что-то. Сейчас же. Алло, 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 алло. Так, если вы готовы, то я буду запускать. Самое главное, если кому-то из новеньких падает импостер, у вас после игры... сначала будет игра в покер. Если вы выиграете в покер, вам дают... Ну, то есть, комбинацию надо собрать на руках. А покер есть игра? Покер? Я не умею в покер. Ну, похуй, просто перейду. Хочу в покер поиграть. В общем, синяя рамка, вы импостер. Вы не должны друг никому об этом говорить. У вас будут еще кости. Стой, смысле? У меня синяя рамка. И вы можете вызывать Ганнибалов, Метель и быстро бегать. Ой, да, мне кажется, если я буду импостером, я все запарю. Чуть пизданул. Вот смотрите, самое главное для импостеров это не спалиться, это предотвратить прохождение карты, то есть вы можете тайно убивать кого-то, отравлять, что-то такое. У вас, если вы находите острую кость, запомните, вы нажимаете... ПКМ, да, как предмет себе инвентарь, у вас только по дефолту там 7 слотов вроде. ПКМ, берете кость в руку, нажимай, когда никто не видит, очевидно, нажимаете чё, ПКМ. Чё, ты чё, потише сделаете головой или нормально? Выбираете сверху какое-то действие, там можно либо Ганнибалов надравить, либо... Могу ещё тише сделать. Суперскорость выбрать, либо этот метель. Ганнибалов попросил бы. И вот таким самым образом вы можете саботаж сделать. Ну, в принципе, все. Надеюсь, вам просто не выпадет импостер, и вы выйдете на мирничек. Да, я тоже надеюсь. Да. Все, давайте, все уголь кидайте. Не обязательно, я могу соло запустить. А как уголь бросить? Я закинул уголь. Сейчас, вот, просто заходишь в бойлер, бойлерный снизу, вот. И перетаскиваешь уголь туда. Весь? Все, в диск... Ну, у тебя один он. Можешь разделить. Так, давайте я заведу корабль. Ванечка, инсайдер тут? Да. Уголь это топливо для корабля. Здорово, старый. А какую ставку, Ром, можно сделать на эту игру? Я тебя не вижу. Ну, выиграть мирный или импостера? Сделай ставку, выиграть мирный или импостера. Интереснее, чисто, чтобы никто еще пока не знал, кто это. А мы только в игре говорим, да? Да-да-да, все, можете тут мучить микрофоны. Угу. Алло, как слышно, привет. Алло, привет. Твоя сука мне сосёт. Это говорит её рот. Ой, ебать, у меня карты. Вам надо еще комбинацию собрать какую-то. По одной карте можешь выкидывать. Надо собрать комбинацию на руках, типа, как в покере. Так. Девятку. А я не умею в покер играть. Да похуй, бро. Попробуй собрать пары, знаешь, карт, типа. Дамочку, дамочку можно, пожалуйста, на стол, срочно. Короля можешь пробовать скипнуть. Десяточку.
Да ёб твою. Короче, я десятка. Нихуя. У меня 5 тузов. Да ёб ты. Все, вам пизда, у меня 4 девятки. У меня 4 девятки. Серьезно говорю? Пиздишь. Тузик, 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 тузика нет. Блять, я случайно! 9, 10, я собрал хуйню. 2, 4, 5, 6. Дай семерку. У меня не выиграет. 3, 4, 5. Блять! Что? О, нихуя себе ты стрит собрал. Сюда! Да подкручено, я считаю. Все, у кого голубая рамка, тот им понял. Ебать, у меня стрит, я даже об этом не знал, блядь. Ладно, извините. Опять я с Ромой импостер. Мы с инсайдером импостеры, блядь. Как понять, что я импостер? Вначале у тебя голубая рамка, видишь? Если я надеюсь, ёбки стрим не смотрят. Мирный, если голубая, то это импостер. Марк у нас капитан. Это говорит Йоруат! Так, смотрите. Можешь на корабле покомандовать, когда что кому сделать. Так, вишня, лук мне давай. Я несу уголёк. Не настолько, не настолько. Я несу уголёк. Сука, как минимум предлагаю рэпера с корабля кикнуть нахуй. Ебаная пчела, блядь. Не, пацаны, смотрите. Давайте первые 3 минуты все на корабле находитесь. Все на корабле. Че? Все на корабле находитесь. Эй, детка. А ты что, можно посадить кого-то в тюрьму? Что ты меня отравить хочешь? Если вы один раз умрете, вы... Ебать, капитан. Хочешь посмотреть мою А что обычно капитан командует? У меня есть... Капитан, что делаешь? Все свои шмотки отдают. Давай развалить, Байла! А, у меня еще и уголь есть, когда закину. Так, ребят, все уголь закидывайте в печку. Все уголь в печку закидывайте. Я закинул уже давно. Я видел, я для пистолета надо штучку кому-то? Я закинул. Мне, I'm skill. У меня две штучки, Я закинул только что, закинул. Я тут в капитан. Не закидывал, только что вишня закидывал. Я закинул, сука, вот, выкинул. Предпоследний. Кому еще? Дайте открыть, дайте открыть. Ну одного нет, одного, да, Марк закинул. А кто? Ребята, кто не закинул? А скажите, зачем позорная труба нужна? Вань, сядь на меня. Ром, заводи, я буду вести корабль. Ты синики издалека видишь, кто где. Зажигай. У тебя он есть так, кикерей, дай капитану штурвал, блядь. Да. Нет, попроси красиво. Я капитан, блядь, съебал. Все, 8 углей, попроси, нормально. Дай штурвал, ёбаный ты, блядь, ты, так сказать, на Сталина похож. Иди сюда, стой, подарок. Поплыли нахуй. А, слышь, отдай. Блять, откуда у вас всех лут? Я вообще ничего не нашел. А чё, где? Я вообще не понимаю, где лут найти. Бля, у меня уебанская подвижная труба. А корабль будет идти, алё, хикерей! Я так вакамоле попросил руку. Алё, долбоёб, чё ты корабль не ведёшь? Ты долбоёб, я не знал, что вперёд надо жать. Я первый раз за рулём, блядь. Я тебе серьёзно говорю, блядь, долбоёб, не бей. Моя стрела в ухе торчит. Бля, спасибо, Ань. Вытащи, пожалуйста. А как? Бля, я не знал, что надо вперед жать. Пиздец, задушили. Бля, это не монитор. Да иди нахуй! Бля, ребят, подскажите, Ане, как достать стрелу? Она мне, блядь, пиздит. Она не может достать. Ана! Да, микрофоны пиздец, конечно. Пиздить, вы заебали. Все, не дерись на корабль. Бля, ебать, у вас микрофоны басбустятся, а вафы. Ага. Подальше говорите. Куда там? Сука, ща въебу тебя, понимаешь, мне хп не восстанавливаются. Вперед. Ебашь, ебашь его. А потому что не в халтуре. Сука, блядь. Как мне забрать мне стрелу ебаную назад? Куда поворачивать? Прыгай! Сначала... Его сначала вперед, убить. Прямо, надо. Прямо, летим, летим. Все, все лутаться, лутаться все. Все, можно? У меня нет проблем. Разрешаю лутаться. Сука. Марк, Че, ты меня бьешь, блядь? Я тебе так красиво стрелу прям мозги вставила. Я тебе сейчас шпагу, блядь, ставлю нахуй. Может, в медведя будешь стрелу тратить? Блядь, больно. Давай. А что делать? Пойдем лутать. Найди медведя для начала, потом стрелять. О, уголь бери, брат, бери уголь, уголь нам нужен. Взял. Найс. Смотри, на корабль вернешься, уголь опять в печку закинешь. Благодаря углю он плывет. Блин, мне кажется, я никогда не помог тут рейтер, потому что я не понимаю, как понять, блядь. Кто-то все просто, я и Марк. Только никому не говори. Ну-ка иди сюда, нахуй. Да я пошутил, блядь.
А кто, стоп, а кто уголь пропустил в гробе только что? Кто мне это пробежал кажется, спереди? Мне кажется, Даша трейдер, она же что-то говорила. Что-то, Костя? Играть можно? Вать, Вать, говори, чей подальше от микро, пиздец, как громко. Соль. Да. Костя, что за Костя? Что за Костя? Дайте, хочешь, крафтить ну. можно. Сюда. Понял. Шо? Мне кажется, это трейдер. Кто? Мне кажется, я знаю, кто трейдер. Кто? Знаешь, кто? Кто? Как это уголь? Кто, кто? Мне кажется, это Даша, она что-то шептала, там странное. А где Даша? Езда, короче, я понял, она что она сказала, не будет делать. Она что-то сказала, она что-то сказала, давай пока никто не видит, вот так она сказала. Все, Марк, держимся вместе тогда. Хочешь посмотреть мою трубу? Давай, Иван. Хочешь мою трубу? Все видно. Блин, нихуя там. Бать, у тебя труба здоровая, Вань, нормальная. Пойдем, пойдем улутать. Юичку стороной обходим, я понял. Да, брат, тут все тебя может будут атаковать. А что она сказала? Странное. Она сказала, давай пока никто не видит. Вот так вот сказала. Аккуратно, держись от нее подальше. Это я издалека услышала. Да, есть, кто здесь? Он лоб. Я Марк Гуакамоле. Я тут, я тут, я тут. Я вообще не понимаю. А кто из вас Гоха? Я тут вот. Вать, Вать, смотри. Ты, если ты мирный, ты можешь хавать только мясо животных. Ой, а если трейдер, только... Это каравай, нет! Блядь. Это каравай. Алло, свинка, я убью ее. Это не свинья. Я какие-то слитки нашел. Это кролик, это кролик. Вот смотри, слитков ты можешь пушки крафтить, брат. Смотри, тут есть станки. Где крафт-стол? Чья-то кровь. Крафт-стол на корабле есть, брат. Сейчас, погоди, посмотрю, тут есть, нет? Вот, тут есть, смотри, вот, вот он. Иди сюда. Вот, в палатку. Иду. Вот, смотри, ты можешь нажать на... Вот, вот, где я стою. Дальше. Ты можешь нажать на пушку и посмотреть, то, что тебе надо, типа, для этого. Я только порох могу скрафтить. Во, из пороха патроны делаются, понял? Все, я делаю. Марк, тут смотри, в трупе наверху еще есть какие-то косточки, еще что-то. Мясо не хавает для трейдера. За что, блядь? Простите. Смотрите, ночью холодает. Есть дерево у кого-то? Чё, блядь, я... Марка, почему не все надо брать? Ну, потому что некоторые предметы тебе не нужны. Хикерей, ты где, блядь? Есть что погреться? У меня угля много уже. Хикерей, дай дерево, блядь. Надо стоять, блядь. Опа, ёпта. О, Animal Meat. Вот, животное мясо поднимается. Ты будешь меня пиздить уже кулаками. Это не я. Так, каравайчик все скидывает. Спасибо за ресурсы. Блять, мы... Надо как-то вишню ебануть. Дороги, Кире, есть погреться, чё, блядь? Я хочу сделать себе этот... бочку. А нахуя бочка? А где он? Угля. Вот, у него уже есть инвентарь угля. А, так, так. Неси на корабль, все. Блять, порох. Так, на корабль неси. Так, сейчас. Я не замерз. Вадь, не я делай не порох, потому что порох делается из угля. Не, бро, ты не замерзнешь. А, у меня два шприца, мне один, типа, в принципе, достаточно. Кому шприц нужен, скажите, пожалуйста. Дай мне на ты всякий случай. Ты как-то базаришь, странно. Не-не, он просто укуренный всегда, он жарает, забей. Ага. Так, да, надо пушку. Я на стрессе. Надо детали пушки найти. Наконец-то, я чуть не застрял в этой ебучей пещере. Иван, есть что погреться? Да, чё? Марк, да, Марк, палки несу. У меня есть дерево. Да ты долбоёт, меня сейчас отравишь. Дерево. О, давай дерево, Аня, иди сейчас, закинь сюда, мы погреемся. Вот печка, смотри. Вот сюда, закинь и подожди. Бля, мне доски нужны. Найс. А есть доски где-то, вы не видели? Вот Аня тут, греемся. Аня тут. А, понял. Рей. Она не понимает. Мне не греется. Все, а как поставить капкан? Низка, ебану. Build campfire. Че за хуйня? Я поставил? Campfire это костер. Да ну нахуй. Да нахуй ты меня бью, блядь. Не бейте меня. Ой, что за хуйня, блядь? Вот сюда накидайте досок и камней. Не, нахуя, мы же тут да тоже греемся. У нас тут печка. А, ну ладно. В смысле? Она
Я умираю нахуй от холода. Беги, беги сюда, брат, погрейся. Беги сюда, грейся тут. Кровай, погрейся тут. В смысле, наебал? Ты бы успел, брат, ты бы успел набежать. А чё ты сказал, что ты не добежишь? Ай, нахуй я? Я только что порезал. Да не пей, да дядь, не надо, не надо, не надо. Каравай, иди сюда, погрейся. Я вот, погреюсь. О, порох сюда, нахуй. А чё он тебе сказал? А чё он тебе сказал, что ты не замёрзнешь, типа? Он сказал, не замёрзнь, я пошёл, у меня чел умирать начал. Так, брат, ты бы на корабле костёр бы разжёг и всё. Я забыл корабль, где вообще. Кстати, а чё не подсвечивается после обнова, где корабль? Да он и до этого не подсвечивался. Сверху уже подсвечивался вроде. Я, блядь, побоялся. Не, сверху, когда сейчас он только плывет. Сейчас ночь переждем, пойдем лутаться. Ну я мясо закинул, оно мне приготовится или мне нужно... Надо нажать, надо нажать. Во, все, у меня пошла зелененькая. Так, такая, короче, смотрите, мужики, мне нужно сделать суп. Суп вроде. У меня мяско здесь, ура! Опа, сюда человечье мяско. Надеюсь, никто не видел, ебать. Трава для чая и йода. Вот, чай могу сделать. Сюда, нахуй. Все, можно идти дальше. Найс. Все, ну, надо... Угля набрали, надо бы уголь закидывать. Блять, меня отравили, сука! 5 штук угля. Ой, у меня. Ебло. Кто тебя отравил? А как тебе могли? Не знаю, мясо с пола подобрал, блять. Это моя ловушка. Просто, наверное, съел. Кто? Наверное, нет, там жареное было. Ладно, все, надо дать идти лутать, блядь. Не, я приготовлю сейчас. Выключил Марк донаты? Я же не выключал донаты. Блядь, сори. Я случайно. Я знаю, что серое мясо съел, я делаю вид, что я мирный, блядь. И... Дядя убили, что ли? Да, да. Хуйню захал. Сюда, травку. Где Ром? Где Ром? Так, эта хуйня мне не нужна. Бля, типы съебались. А я пью ирландский cup of tea. Сука, ебанашка. Блять, где... Типы, а звука доната нет, если что? Блять, что за хуйня? Спасибо большое, офигаус, за 100 рубасов. Иди нахуй. Спасибо, спасибо, офигаус, за сотку, брэр. Маркс, ответь в инстика, будет время. Обязательно. Сейчас просто весь игру. Да, 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 да. Ты что-то пиздишь там? Нет, я лутался, чё? Я на донат отвечал. Я знаю, кто импостер. Я знаю, кто импостер. Кто, 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 кто? Там опять Даша спряталась. Вон там вдвоем стоят они. Где, где? А я пью ирландский тир. Где Даша? Вон там они шифруются вдвоем. У корабля? Да, 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 это они 100%. А где ты, твой чай? Я выпила только что, блядь. Погнали. Захуя, я резал по приколу, она засп... А, блядь, кстати, если я захуярю, все для нее, игра будет закончена? Марк, если это ты, не убивай меня, пожалуйста. Нет, нет, это не я бы тебя убил, мы с тобой вдвоем, а если бы это был я. Как понять? Я не понимаю, правда. Пингвиненок! Где, где, где? А, это кто там? Ты че, ебанутая? Нахуя? Я его разъебала. Блять, Аня. Вот я кое-что спилю тут у них. Я нашла штучку специальную для импостеров. Заберешь? Выкидывай нахуй. Дай, я ее выкину в воду, или ты выкинь. Давай тут не пизди, ты у меня на прицеле, малыш. Выкидывай эту хуйню в воду, покажи, где ты нашла. Я ее вообще не взяла, я ее не взяла вообще. Так ее воду выкидывать надо, блять. Пойдем, выкину. При тебе, чтобы потом не пиздело. Думаешь, думаешь, я не дадум? Нахуя ты ко мне накидал, бабай? Ты что делаешь, ебанутая? Просто надо достал сюда, Димир, полыбона. Это ты нахуй, все, я тебя знаю, блядь. Да как эта хуйня работает, ты чё? Ты ебанутая, успокойся, блядь.
ебанутый, Ань. Охуеть, чёт. Ёбнутая. Сука, ты где? А ты куда я телепортировался? Ебанашка, не бей, блять, я в воде, у меня один хп. Ты можешь не бить, сука, это типа не смешно, мразь, нихуя. Его. Ты ебанутый, я выкинул воду и упал туда, за ней, блять. Ты камни накидал. Блять, Ань, ты овца, я траву выкинул, чтобы освободить место в инвентаре, блять. А камней. Заебись. Ну, ты рофлишь? Пошел ты. Ты можешь меня поднять, я не встану, блять. Ребята, она меня просто пизданула, блядь, по рофлу нахуй. Ань, что случилось? Ой, блядь, я вы... Не поднимай! Не поднимай его! Не поднимай его, это он! Да не ори, что случилось? Ань, ты вообще ёбнутая. Короче, он, ну, рассказывай. Он, короче, поднял вот эту косточку для импостеров. Я говорю, ой, я ему говорю, скидывай при мне. Он скинул камни и начал пиздить меня ножом. Чтоб ты понимал... Чтоб ты понимал, я подошел к воде, выкинул траву, освободил слоты, чтобы кость да, выкинуть, траву, и меня траву. Аня пизданула по стенке, траву да, выкинул. Траву, да, траву, сука, траву, нырни да. на дно, посмотри, там два куска травы лежит, блядь. Да. Блядь, Ром, подними меня, говорю. Это типа не смешно нихуя. Нет, ну, ползи к кровати. Да я ебу, где она? У тебя синим должна подсвечиваться. Блядь, это такой тильт, Ань, нахуя? Вот, это я, блядь! Это не я, нахуй! Так, два трейдера. Я пошла нахуй. Да, да, это я на Аню натравил лежа, блять, будучи. Конечно, нахуй. Пиздец, такой тильт, нахуй, вы меня убили. Бля, это пиздец, ебать, вишня умная, прошаренная, сука. Надо сейчас Ванечку не подвести. Помоги Роме, нахуй ты убегаешь. Чё-то, как встать мне? Долго лежать? Как мне встать? У меня в глазах темнеет, блядь. О, бля, заебись. Блядь, я без угля, без всего, надо хотя бы угольку это найти, нахуй, а то я ещё приду, блядь, на корабль. Нет таких пи... В смысле, Марк, блядь? Я лежал, ебашь, нахуй. Ебашь, Марка, ебашь! Это Марк! Блядь, видишь, это ебанутая, нахуй, вы... Бля, нахуй вы слушаете? Ну, короче, пошел спрыгивать ебашить Марка. Ключ. Косю, ёбка, блядь. Давай, бьюсь за его! Бля, вы долбоёбы, это не я, блядь! Бля, ёбище, это не я! Бунт на корабле! Бунт на корабле! Бля, вы такие долбоёбы, это не я, блядь! Бунт, да, бля, Херей, ну ты рофлишь нахуй, ну, хорош! Кто? Кто? Не я ебу, кто меня вишня просто убила, блядь! Реально? Прибежала и орёт, что это я, блядь, ну вы ебанутый, нет? Ну ладно, смотри мне тогда. Я, блядь, три угля уже собрала, вишня чё принесла нахуй, нихуя! Переубедил лоха, ебать, сейчас всех разъебу, бля, мне похуй. О, сюда, нахуй. Бля, нахуй я это дерьмо набираю? Надо пойти погреться на корабль. Ебать, у меня все хуево. Человечину найти. Бля, мне пиздачно. А как вы не успели за тем это сделать, ебаный в рот? Кто тут бегает? Тут, походу, Марк бегает. Зажгите, зажгите. У корабля. Тут Марк, походу, бегает. Я бегу, что ты паникуешь, блядь. Или кто это? Это Марк? Марк на корабль идет! И что, мне нельзя, блядь, сюда, нахуй? Вы ебанутые! Я сказал, что это ты. А, он умирает. Ну, давай, чё? Бля, Марк, блядь! Я не могу зажечь почему-то. А как помочь Марку? Я зажег уже, грейтесь. А почему вот он мне чай не делает, блядь, ебаный чай, блядь. Там у них спорные ситуации, не пиздите сразу, Марка. А, слышь, у него... Можно у я? У него эти... Чё? О, я могу у него саблю спиздить. А где эти, блядь, А можно мне... Спасибо, Марк. Можно похилиться, у меня хп пиздец нет.
О, бля, как Марк? Есть у кого-то еще? Он умер, он походу в тюрьме появился. Можешь открыть его, там у них спорная какая-то ситуация, я чуть нихуя не понял. Я не умею открывать. А что ты не понял? Я тебе могу объяснить еще раз. Алло, долго. Ребята, у Марка две трейдерские кости, слышите? Алло. Чего? Ром. А. Ром. Вот он говорит. Что делать, если я сейчас, говорит, скину эти кости. У него, надо заметить, у него две кости. У него две кости. А он нихуя их... А где посмотреть его инвентарь? Как это понять? Я скину их в воду. Короче, Ром, это... Смотри, объясняю, почему это 100% он, потому что... Блядь, есть погрет? Он... Могу да, чай. И чё, мне весь стрим сидеть в этой ебаной хуйне? Я тебе верю, Анечка, я увидел не, просто, короче, я сейчас просто КС пойду играть, либо фильм смотреть. Кости, в итоге... Удачи, типа, катка только будет. Началась, да, я уже в каком-то дерьме, блядь, по первому обвинению вы меня сажаете, нахуй. Чё за бред, блядь? Не, кому еще чай? Нахуй мне такая игра, блядь? Короче, хотел меня как дурочку наебать и скинул 4 камня и говорит, я скинул кости, ля-ля-ля, блядь. Аккуратно, эти... На, попей. Импостеры, они могут где выбираться попить? Сами теперь. Можно погреться и покушать себе сделать, пожалуйста. Вадя, ну, если будешь чай? Блевать, чай отравленный. Как можно? Мне, блядь, выбраться Маркун? Нахуй? А, я жарю, я жарю. В самом тюрьме. Пожалуйста. Если что, аккуратно, если это Марк, то он может сам выбраться. Короче, что делается антидот на всякий случай. Амски, Ром, похавать надо, пожалуйста. Ты, бля, гавакамоле. Куда? Алло, ебаная, бля, ты. Да я не, я ничего даже говорить не буду, это пиздец. Где ты со мной? Бунт на корабле, бунт иду, на иду, корабле, бунт на корабле, ой, бунт, старый, бунт на корабле. Какой я пытаюсь старый? Открыть, говорю. Бунт на корабле, 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 бунт на корабле. Он сам пытается открыть. Я его сейчас саблей ебну. Дед, я тебя сейчас захуярю, давай, блядь. Бля, я не понял, вы реально конченые, нахуй? Вы верите, блядь, первому слову вишни? Уёбки, блядь. Иди нахуй. Я не выпускал, он сам вышел. Съебались, блядь. А, значит, он точно импостер. Уебаны, блядь. Тупые, сука. Пошел нахуй. Пизда вам, блядь. Это называется, нахуй, гуакамоле, блядь, возвращение, нахуй. Уёбки, блядь. Так, там Макривский где-то был. Нахуяно. Там Рома, блядь. А, у них еще и ствол, блядь. Или не туда, это кто ходит? А, это Марк! Слышь, это Марк ходит! У меня патронов нет, братан! А ну иди сюда, крыса ебаная! А, волк. Пизда там. Че дальше? Во-во-во, он тут проходит. Ой, его волк грызет, да, его волк грызет, забей. Охуенная катка, блядь. Марк, можешь бежать. Че, он все там? Да, я взял вот так. Да иди вот нахуй! Ты не утай. Пес ебаный, блядь! Бля, я в таком тильте нахуй. Ебать, я бот! Иди нахуй! Лежать, нахуй. Бля, в пизду не хочу это играть, нахуй. Марк. Хочешь последнюю жизнь? Чисто так, потому что ты стример. Мне придется убить тебя. На, я тебя не видел. Я ему дал последнюю жизнь, пусть ну, типа он стримит. Понимаю. Да нахуй мне ваша последняя жизнь, блядь. Где этот порох? Бля, я ебал рот этой игры. Нахуй я пошел в нее играть, только тильту, блядь, с этой залупы. Просто, блядь, Вишня сказала, что я трейтер, нахуй. Все сразу поверили. В пизду, нахуй. Блять, ну вот реально, ну как так играть? Я просто сбегаю из тюрьмы, блять, попадаю на Макривского с Хикереем, блять, и меня еще волк нахуй в тоннеле ебашит. Да идите нахуй, блять. Марк пиздит Рому. Так первый-то Марк, он... Марк всего-то стоит, пиздит Рому, блядь. Спасибо, что, блядь, последнюю кость нахуй не отобрали, блядь. Тут, ну, чтобы вы понимали, мне даже лутать нехуй. Все залутали уже, блядь. Просто пиздец. Ой, блядь. Все нахуй через жопу, блядь. Фу.
Не особо в последнее время уже, блядь, мотивация есть стримить просто на своем канале, если честно. Чтоб онлайн, ну да может импер-матч ебать просто, я не хочу таких даже у себя видеть, блядь. Не, я видел где-то здесь уже, или мне показалось? Иди нахуй. Блядь, вон, смотри, вон, вон, вон. О, да, он, Марк. Марк! Не, охуенно. Мне нравится игрушка. Я только встал, как бы, блядь. Ну, охуенно, реально. Куда бежать? Ну, просто куда бежать, блядь. Не, попаду, ты не сыр. О, за ним волк убежал еще. ПКМ зажать. За мной волк еще бежит, охуенно. Опа, ебать, я. Куда, куда идешь, Марк? Маркусик, чё такое? Бля, клянусь, было бы ствол, я бы тебе такой чайник въебал бы, блядь. Он уже пятый раз валяется и не умирает. Уёбок, блядь. Два раза подряд, ну, два раза убить надо. А, ну всё, пизда тебе. А сейчас он кость заюзает и съебётся. Если у него КД нет. Или кости. А, медведь. Марк, а чё ты молчишь? Иди нахуй. Ты настолько обосрался, что ли? Марк, ну чё такое? Медведь, блядь. На! Смотри, медведь, либо, блядь! Блядь! Да, либо ко мне, либо к нему. Ну давай, я тебя жду. А, да. Я надеюсь, он переагрится нахуй. Он переагрился, все, пизда вам, уёбки, блядь, ебаный, мой план сработал. Осталось доползти до ебаной палатки, блядь. Сука, медведь, пожалуйста, приди сюда. Марка, могу тебя запиздить? Ой! О, да-да-да. Где он? Я хуею, блядь. Не понимаете, его можно убить? Все, пизда мне, да? Бля. Все? Я призрак, да, мне пизда. Ты-ты-ты-ты. Охуенно. Да бля, не спамьте сердечки, ебаные. Я походу убил его. Кого? Ну добил или не надо было? Сейчас, секунду. Здорово, Лейза. И что мне, блядь, делать? А что мне делать? Я чё, блядь, таракан нахуй теперь или кто, блядь? Тик инсайдер. Так вот я, блядь, и что? Может, меня резнуть никак не... Вань! Ваня. Ваня ебашит кабанов, блядь. Бля, ну это типа хуй... Что, давай на утро за этим? За динамитом?
Это хуёво то, что мы... То, что мы с инсайдером Баней даже контактировать никак не можем, это пиздец. Ром, ты поможешь? Ну типа в чем мем? Мы с ним ни разу ничего вместе не сделали. Его спалили? И у меня вопрос просто как? Ну типа видишь, с первой минуты говоришь, что я трейдер, блядь, и просто меня все пиздят, такой бред ебаный. Типа я тоже могу сказать, что кто-то там трейдер и все, блядь. Меня нихуя никто не поверит. Есть еда у кого? Максим Энден, да. Я, короче, скинула в какой-то жирав ключ. Типа, что? Хуйня как получилось. А что такое? Его убили второй раз, да, сейчас? Да, да, он все, закончился. Но я, короче, этот, когда он сбежал... У тебя кости нашли? Да, блядь, я еблан сам, короче, чтобы ты понимал, когда я забирался на корабль, я хотел эти кости скинуть, я за ХБ не уследил, и я, короче, упал, а выкинуть я их уже никак не мог. Ну, короче, я сам еблан, забей. Come here. Я, блядь, знаю, я долбоёб, я сам виноват. Надо было скидывать те кости ебаные. Да никакой не стримснайп, нет, ты чё рофлишь, просто я говорю, странно, что так не повезло. Сука, реально ж хотел кость воду скинуть, когда они её нашла, я, блядь, скинул эти ебаные ягоды. Я Ваня слышит? Марк донат, что ты... Марк родной, что ты мой донат пропустил? Слушай, чувак, а нахуя мне читать такого никчемного уебана, как ты, который даже под своим ником не может задонатить донат? Типа, о чем речь? Ты прячешься, блядь, за своими деньгами, но ты не можешь свой ебальник показать. Я думаю, после вот такого ответа ты мне, блядь, ни рубля больше не задонатишь и нихуя не напишешь. Вот и все. Спасибо за твои 200 рублей, проебанные. Ты мне пишешь хуйню, ты хотя бы свой ник напиши это, блядь, либо в инстаграме, чтоб я твое ебало, блядь, 12-летнему уебка видел. Вот и все. Понимаешь, в чем разница? Ой. Ты мне даришь деньги сейчас, просто. Нахуя, не понимаю. Чё, я бутылку лаками захуярил, чё, блядь? Так мы его почти добили. Да, мы ему вообще говно ставим. Опа, кто это там за червячок болтается? А чё вы его ёбнули? А, не Ваню ёбнули. За что? Старого пиздану меня убили-то. В смысле, нахуй? Вы чё делаете, долбоёбы что ли, блядь? Давай, давай. А чё тут? За что не Вань-то убили? Блядь, чё, ёбнулись совсем? Да просто так, по приколу. Ну, типа ты импостер, мы все были этот... окорвляемые, типа... Давай мы тебя проверим, и если что не дальше? То мы тебя выпускаем сейчас и этот играем дальше. Просто не смотри, там Марк сгорел походу, и мы хотели перезапустить игру. Мать красотка. Это Марк. Ну так бля. И что дальше-то, блядь? Ну мы сейчас проверим, если ты... Вы просто без причины. Вань, какой Вань, смысл, не... блядь? Ну в смысле без причины, Вань? Мы, я говорю, мы между собой типа стояли, общались, и мы поняли, что среди нас... Дальше что? Что произошло, чтобы вы меня убили? Ну, типа, ебать его, как сосиску кидает. Объясните мне, хоть одну причину. Потому что мы решили перезапустить, чтобы Марк не тильтовал, и никто не признался, да что я не... Импостер. Типа, просто смотри, все люди, кто тут, они... Да я Марк не тильтую. Каравай, дальше что? Меня там не было, я тут при чем? Да чё, я просто расстроился, ну, что все, меня, блядь, ёбнули самым первым за нихуя. А чё у него, чё у него там? Ян. Да ничего, пистолет и похуйнеть. У него у него человеческое мясо. Так это не он, это не он. А кто это? У него человеческое мясо. А может вот, кто-то понять, не понял, что он импостер? А может я не поняла, что я импостер, реально? Подожди. Держи еще сотку, я даже не буду твой донат дальше читать. У тебя, подожди, у тебя иконка мяса какая, рука или мясо? В смысле, где? Не, иконка еды. Не, просто обычная. Кусочек. Бля, бедный Ваня, нахуй. Ну, типа, я просыпаюсь, за что Ваню ёбнули-то, блядь? Ну, за что вы ёбнули? Ну, а реально, что за хуйня? Какая, ебатый тип. Алло, алло, блядь. Мы еще будем играть? Вань, это ты был? Вишня. А я в Дискорде еще говорю. Бля, мне походу не надо было Марка убивать, или я не понимаю, нихуя. Что? Да не. Да вы ясен хуй размеры, что-то ебал, если вы стреляли, блядь. Просто зашли к Марку на стримах, посмотрели, ебучие. Погоди, Вань, пожалуйста, не говори, смотри, у нас типа 100% трейдер умер в начале, и все, кто были на... Хорошо, хоть одна причина, почему я трейдер.
Я тебе говорю, потому что все люди, которые были тут, Аня, она спалила Марка, я своим скиллом догонял Марка, Даша в соло водила корабль, и каравай с Хикреем этот... И никто из вас не может быть вместе с вами пиздить Марка трейтером, правильно понимаю? Никто. Ну, Вань, поэтому мы решили этот методом исключения проверить тебя, мы проверили тебя через... Методом каким исключения, блядь? Вань, в этой игре... Да все, забейте хуй. Каравай, нет, ты все правильно сделал, что меня убил, просто, блядь. Я что-то чуть-чуть расстроился первый раз, когда мне просто уебала вишня за нихуя, за то, что камни в воду выкинул, блядь. Кто второй? Кто второй? Ну, Ваня второй был трейдер. Да, Ваня второй, ничего себе. Не, просто, не, Марк, я просто, когда тебе ты, ну, так делаешь, я сразу же понимаю, что ты, скорее всего, трейдер. Как? Типа, ты хотел... Выкинул камни? Ну, ты, да, да, ты говоришь, типа, пойдем, я сейчас при тебе проверил еще сундук такой, и спросил, если там, типа, это херня, мы побежали, ну, и я как бы это поняла, потому что ты начал скидывать камни, так бы ты только ее скинул, ну и все, ну, ты, и... Ты меня так... не слышал, что у меня в инвентаре места не было, да, чтобы эту кость ебаную взять и выкинуть? Нет, так ты уже камни, после... Не-не-не, ты сначала взял... Нет, ты сначала взял, а потом... Ну ладно, типа, я... Рома, с кем уже попробую стрельнуть? Я просто первый раз играю, сори. Я играла первый раз, я не... Ну... Забей, о, давай. Все нормально. Мы я будем еще просто... Да, я просто понял, как надо теперь в эту игру, блядь, играть. Сори, ну я... в тебя выстрелю? Next, давай, запускай. Я в тебя ебану? Это полный пес. Я сбегаю на кости из корабля, я просто останусь между скал, меня сразу не волк его, грызет, не блядь. За мной бежит Макриский, на меня другой волк агрится нахуй. Убегает хитрый, на меня медведь, блядь, сагрится. Вань, ты типа не обижайся, но просто реально, типа... Я не обижаюсь, Ром, но только одна причина. Просто зашли, посмотрели на стрим и знали, кто, блядь, второй трейдер. Не-не-не-не. Хорошо, давайте, ладно, давайте, допустим, вы не знали. Допустим, все окей. Не, мы знали, что почему среди вас трейдер, всех не может быть бежал. Второго трейтера? Скажите мне, не, почему смотри, не может быть? Не, смотри, смотри, мы просто решили, что Ючка говорит, давайте перезапустим, давайте сейчас все признаются, и просто, чтобы Марк не афкашил. Все промолчали, мы поняли, что это ты. Ну, блин, прости. Не, мы спросили, типа, все, второй трейтер, садись да? В лобби. Есть второй трейтер? Все такие, нет, я не трейтер, я не трейтер. Ну, мы решили, что это ты, и все просто. Да, поэтому мы, типа, так бы не было бы такой ситуации, вот, поэтому, сори, не тильтуй. Че, выходить надо, да? Выйти да. И заново. Блять, так я ебал этим трейтером играть. Такое конечно. Дерьмо, нахуй. Так неприятно, блять. Просто, жиза. Когда первый чел убегает впервые всех, он лутает все, нахуй. Ты вообще ничего найти не можешь, кроме не ебаного знаю, угля. Я всего нашла. Хотя не я знаю, я вообще ничего не могу найти, блять, за этого долбоеба. Я только нашел, блять, ебаный уголь и все. Тебе уголь-то не нужен, ты его выкидывать так должен. Я знаю, я его собирал, чтобы другие не брали. Ты можешь его перерабатывать и делать этот порох для пистолета. Все, все, давайте next. Да, next, еще next, трое, сразу. Кто не зашел. Disconnect. Я не зашел. Disconnect. Сука, такой... Марк, сори, типа, если что. Да, прости, что я тебя затушил, Марк, извини, бля, брат, я не хотел тебя убивать. Ты там вообще ни роли не сыграл, вишня, блядь. Задушил. Да я не знаю, просто я за тобой гонялся, там впереди медведь, сзади я, ты решил прыгнуть с обрыва, ты был так грустно на самом деле. Блин, мне было так жалко, когда ты, типа, знаешь, ты так выглядел, ты своими ручками пытаешься вырваться из тюрьмы. Такой милый. Я, прости, пожалуйста, правда. Бля, такая хуйня была, я подхожу к кораблю, хочу к вам залезть, ну, кого видели меня, хотел две кости сбросить в воду, за ХП не уследил и просто упал с этими костями ебаными в инвентаре. Да, бывает, бывает, реально. А зачем ты в кости в воду? Типа, чтобы не палиться. Чтобы не спалили. То, что эти кости только трейтеры носят. Но если ты мирный, вызывать, короче, тогда, то тебе нужно кости в воду выкидывать. Мне кажется, если я сейчас буду трейтером, это будет вообще забейте. Мне пизда, я вообще... А вы часто трейдера уголь трейдера в воду выигрывают? Мирного кости. Чё говоришь? У вас часто трейдера выигрывают, вы играете? Да, часто. Смотря кто за трейтера. Если Рома, то всегда. Это, слышишь, Марк? А. Помнишь, я еще такая стою с тобой и с Ваней и говорю, мне кажется, это Даша. Вы такие, я да? Я думал, ты Рофлиш, блядь. Нет. Да, мы с Ваней два трейтера. Да, и вы такие... Марк, ты вначале специально корабль не вел? Типа? Нет, я первый раз за рулем был, блядь. Ну я просто с того момента еще думал, что ты трейтер. Я говорю, чуть-чуть проебешься и все пизда, блядь, тебя сожрут. Ничего не получилось, не фартануло. Зато типы баллы залутали, все, кайф. Мудрый, кстати, надеюсь, не рассчитывает. Я не буду.
Не, уходит, все, рассчитали. Рома курил? Блин, хоть бы я была не трейтером, это вообще, мне кажется, вообще не... Я прикинь, Марк, я до последнего не понимала, я трейтер или нет, я вообще не могла понять. Ты поймёшь, пока меня не спросили. Да, у меня уже просто спрашивают там всякие моменты. Да, не переживай, ты поймешь. Да, Аш? Где Ромчик? Он покурить отошел, сейчас придет. Под окно написал. Мне тебя стало так жалко, Марк, когда я поняла, что ты трейдер, и тебя типа убили, я думаю, блин. Да, всем кораблем жалели тебя. Да-да-да. Я еще был, я на стриме призраком подбегаю к кораблю. Ты говоришь, бля, мне так Марка жалко. И чтобы на жалость не давить, я отбежал от корабля, чтобы это не слышать. Я мужик. Да бля, я сам еблан, чтобы вы понимали, я за трейдера и сделал ровным счетом вообще нихуя. Да, согласен. Долбоёб. Ну я когда увидел... Чё, бро, я вижу, надо, я прочитал, я ничего включать, там просто долбоёб хуйню всякую донатил, даже не чё краем глаза дочитать. А где начали его убить? Всю эту залупу. Я когда бежал за своими вещами, короче, и увидел Тианаху, который был в тюрьме секунду назад, блядь. Охуел. И, блядь, застрял. А, всем поплыли. Марк, я тебя отпустил? Хоть бы я был не трейдером. Ты меня тоже отпустил. Ром, ты меня отпустил, я встал и встретил каравая, хикирея с пушками и с медведем, блядь. И все, мне через минуту пизды дали. Ой, карта херня у меня. Да что, ты умеешь играть в покер, да? Ну, чуть-чуть. Девяточку мне сюда, пожалуйста. Ууу, на базу. Бля, ебать, за лопу собрал. Еще девяточку. Бля. Туз король. Пацаны, все, ебать. Не, все дерьмо, блядь. Ребят, говорите в эту игру. Туз король. Я о, пара королей. Пойдет. Короля? Да не, хикер, я опять капитан, извините, блядь. А чё у тебя, подожди? Ну, ща увидишь, блядь. Ну, давай посмотрим сейчас. А даже ключ капитанский не юзал, я у тебя его спиздил потом. А ясно, блядь. Ёбаный. Реально подкручивает. А что ему дает это? Я капитаном был. Ключ, короче, от корабля, ой, от субокактора надо. Даш, мы в игру говорим, да. Если тебе не работает, перезагрузи микрофон. Ура, я мирный, блядь. Кстати, карного цвета флеш мог быть? Я знаю, у меня флеш дроп был. Ну, я не думаю, чтобы он выпал. Она на превьюшке должна быть показана. О чем сами с капитаном? Вот. Так, повторяется тоже прошлая катка, блядь. Я знаю, так что мне 77 сделать, да. Ты его в прошлый раз не юзал. Я да. Спиздил у тебя из-за все. Его. Все угли закидывайте, я сейчас прям корабль поведу. Короче, держимся сейчас все вместе. Шарите? Не-не-не, иди сюда, закидывать. Иди сюда, Марк. Чё, хихеры. Ты должен капитанский ящик. Закинул вот уголь. А, да? Специальный ключ. Тот, закинул кто выигрывает уголь в покере, может открыть его. О, бля, а чё ты раньше не сказал? Спасибо. Я тебе скажу. Кто сильнее, трейдерская кость или лопата бьёт? Нихуя. Я все считаю, у меня пушка есть. Я это нашел хуйню для оружия. Закинули все уголь? Уголь закидывайте, ребят. Я закинул, я закинул. Я закинул. Я тоже закинул. Я не закинул, сейчас секунду. Я буду вести. Главное, Марку не давайте. Слышь, два трейтера не закинули. Два трейтера не закинули уголь. Ром, ты закинул? Посмотрите, как он стоит. Да, я в третий слот положил, в третьем. Посмотрите, как он стоит. Вань. Сколько? Вань, хочешь яду выпить? Там было 4, сколько сейчас? 6. Двое не закинул. А трейдеры не закинули. А, у меня еще один. Трейдеры не закинули, алло. Я вторым закинул. У меня два уголя, у меня два уголя. Я не закинул, сейчас иду. Давай, брат, закидывай. Я за рулем кто-то есть? Спрыгнул с корабля. Откройте мне. За рулем есть кто-то? Все, да, плыли. Заводи. Я поджигаю. Так ты не закинул. Закинул? Ну, блядь, уже кто-то закинул, закинула. Гоу. Вроде а сколько мы на 6 плывем? На восьми. На восьми, у меня два угля было. Направляйте да. Меня куда? Прямо. Короче, кто-то не закинул. Так у нас один. Двое не закинули. Один не закинул двое. Кто-то. Один? Ты думаешь? Если семь, то... Ну, что там делаешь? Ебать, так прикольно, кстати, будет.
Марка, ты уголь закинул? Да, я два закинул, у меня два было. Блядь! О, у меня так два было. Я в капитанском ящике нашел второй. Ну, значит, двое, ну, типа, мне кажется, каравай не закинул. Два трейтера не закинул. Не, Валя закинул, он закинул при нас, он закинул. Ты просто закрыл, открыл. Чё, каравай? Я не слышу! Я нихуя не понял, о чём говорит. О, трейтеры первые пошли. Смотрите, три трейтера. Три трейтера, блядь. Пизду ваш корабль, я его сейчас разъебу. Бля, у меня есть яд. Может отравить какую-нибудь вишню? Ой, блядь. На него надо садиться. Понял. На него надо садиться. Верби кровать, да, он просто близко говорит микрофон, у него пизда там. Так нормально. Эй, мусорок. Не шей мне срок. Ром, ты трейтер. Проблем. А как ты копаешь лопаты? Ну, лопаты мы только что копали. Это мой способ. Охуеть. Понял, я. Это я мной уже год. Ладно. Месяца два. А что с медведя падает, дед? 6 мяса, там и дефолтная эта кожа, вот это все. Сейчас налево надо сразу. О! Сюда чай сделаем. А это уже уголь, да? Марк, ты трейдер? Не, бро, я уже два угля собрал. Мне кажется, это Рома. Почему? Ебать, у нас вишня предсказательница. Ты как-то притих. В смысле? А в прошлой игре пиздел много, да? Я просто его вообще не видел. Ты что, я забыл, как я тебе ебалась? Ну да, ты меня потом отпустил. Было дело. А я не понимаю, карту изменили сильно или нет? Так это новая карта. А, вообще фул новая, нихуя. Чат, это... А, это уголь, да. Аргумент, он притих. Не, ну по факту люди, понимаешь, по эмоционалу по-другому начинают играть. Так, Ромочек, что делаешь? Я скинул кость в угол, вот посмотри. Ага, сейчас я захаваю. Что захаваю? Охуел, возьмешь пиздатель. А чё не в воду? Чё не в воду, потому что долго тихнее. Специально скололи? Давай с тобой схожу, до воды прогуляемся. Ну возьми ее, выкинь воду. Че, у нас лотов нет. Ты окном написал, ты шлюха. Ой, хорош. Я упал. Всем привет. Какая-то новенькая, как тут флекс. Так, мне нужно суп сделать. Бля, ну, здорово, трейдер. О, хилочка. Бля, ща бы... Марк, а че ты два угля скинул? В смысле, где? А чей это уголь? Ты говорил, у тебя два угля, и тут два угля лежит чисто. У меня два угля при мне, блять, могу их ща на пол прям скинуть. Вот тут еще лежит два угля. Это, где? Это не мои. Посмотри, вот тут. Че, Рома трейдер, да? Ну, получается. В смысле, бля. А че я взять не могу их? Можно сразу его ёбнуть, че. А, у меня скраб. Слотов нет. А почему я не могу скрафтить эту хуйню? У меня есть вот это и вот это. А, дерево надо ебать. Марк, можешь ходить со мной, если ты трейдер, так не понимаешь. Ща. Есть дерево у кого-нибудь? Ладно, я нашел. Ладно, нашел. Ань, ты трейдер, я знаю. Я пытаюсь сделать револьвер. Мне нужно две металлички и пожрать. Какие металлички тебе нужны? А вон сзади, посмотри, в верстаке такие какие-то... А, я понял. Ща, я делаю себе эликсир, антидот. Ну, давай быстрее, я хочу. Чё, ты трейтер, Марк? Не-не-не, я антидот сделал. У меня есть металлические МДК штучки для этого... Какие именно? Да чего, какие? Вот, смотри, бля, кожу надо и вот эту хуетень. В верстаке. Револьвер, как делать? Скраб? Нет. Блядь, суп мог сделать. Есть дерево! А, есть, я нашел, иди сюда. Закинь, пожалуйста, в печку все на. Я не про дерево, я про скраб. Иди сюда. О, давай. Че, давай, блядь, иди бери. Секунду, подожди. Ты еще, блядь, только что сделал сейчас. Закинь дерево, заебал, суп не могу сделать. А, ну все, у меня одно только. Где?
все жарит. Ну, на одно дерево. Сюда! Вот, это суп же или это просто кофе? Смотри по сторонам, бля. Кофе че суп, хуй было. Поймешь, бля. Да не пизди. Ладно, мне кажется, в этой катке я себя очень жестко покажу, и я выиграю эту игру. Запомните мои слова. Дерево, Марк. А не надо, бро, тут все уже, я сделал себе чай. Да ты заебал. Мне надо будет. Золотая чаша, золотая. Наполняет ароматом я чая. Блядь, надо рюкзак делать. Что там? За что ты ударил? Приложила. Ебать, его босс. У меня больше нету. Что происходит, ебать? Ебать, смотри, да. С револьвера волка ебануло, блядь. Нормально? Не трать, он ломается, я не трать. Я хочу ирландский сир. Как мы его скрафтили? Кого, брат? Револьвер. Запчасти надо для пушки найти. А у меня тоже запчасти, у меня есть. Вот, смотри, посмотри, что надо для крафта. Вот, да, есть, а вот этих две палочки нет каких-то этих. Ща дам, одну могу дать. Держи, брат, одну дам. Я тебе ключ дам, на. Вот, скинул. Да не, мне нахуй не надо ключ, оставься. Ладно, похуй. Да, вот еще одну где? Скинул. О, спасибо. А патроны кого? Брат, подальше от микрофона чуть-чуть. А патроны справа от пороха, это патроны. Справа от пороха в крафте. А что, это тут тоже, да, вот этот металл какой-то? Да. Че, сколько с ними? Открывай, блядь. Хавчик. Так, ну вроде у нас все заебись, вот, кстати. Вот нет ли патрон, вот эта штучка вторая? Порох у меня есть, а вот этой штучки нет. Есть, да. Дай, пожалуйста. Сейчас патрон еще сделаю должен себе. Быть. Оп. Найс. Слышь, у меня антидот есть, он что восстанавливает? Он еду восстанавливает, хихерай? Антидот? Подожди, плюс, который написан на нем? Да. Это если тебя отравили, или ты отравился, ты его ебашишь, короче, и все нормально. У меня две штуки, надо дать одну? Не, мне не надо. А хотя, можешь дать, подожди, да. Долбоеб ебаный, уже вы... Держи, я скинул нахуй, а можно, куда-то. Можно как-то хатбар снизу, типа, поменять? Ну, типа, чуть местами поменять. Да, тап. Зажми. Его можно увеличить даже. Нужно два сена и одна кожа, типа, делаешь сачель. Спасибо. Есть кого-то бочка для угля? Нет. Что такое рок? Рок? Вот у меня в руке, а что это такое? Зачем? Да хуй знает, я не думаю, что меня кто-то отравит. Не рок, а меня никто не отравится, заебись будет. Это рок. Так, где наш корабль? Блять, мне нужно, короче, сделать патроны, нахуй. Патроны? Хикеры, гоу лутать. Все горит? Лутать, гоу, блять. Где? А кого? Блудный. Я вот дальше убежал, алло. Да иду. А ты чем всем все отдаешь? Да я мир, ты охуел, я тебе антидот дал, блядь. Да, а вдруг ты его... Туда Макривский побежал. Отравил, короче. Кого с нами нет? А тебе не надо, ты не будешь другую еду есть. Рома трейтер, спокойно. А он, короче, не-не, мы вместе с ним стояли, он что-то меня не отпиздил. Ну я говорю, но мы далеко убежали. А уголь вы собираете вот с этой хуйни? Он знаете, что будет делать? У меня место. Когда трейтер, он берет, короче, уголь, дробит на порох, заполняет бочку, идет на корабль, взрывает ее и топит корабль. Блять, охуенные типы просто мимо бочки пробегают. Я охуею. Типа, время выиграть. О, давайте сюда. Хотя, мы там были. Марк, скажи, какашка. Валим туда вперед. Рома точно надо трейтер? Вообще. Давайте не убивать, если Рому увидим, просто пообщаемся для начала. Нам бы вообще с кайфом сейчас на самом деле всем вчетвером пойти за динамитом, две штучки взять, принести, взорвать, вернуться обратно, принести угля и вообще выиграть. А вон Рома, у меня 4 угля, дядь, го отнесем. Да не, сейчас давайте попробуем все-таки динамит донести, да, взорвать. Ух, ебать. У нас есть чел с пистолетом, в принципе. Мяу. Тут два угля валяются, я возьму. Блять, из меня такой пистолетчик, нахуй. Мяу. Ну ладно, похуй. Я хуе, бля, ебать меня лута, нахуй. Так, смотрите, надо сено и шкуру медведя ебаную найти. Мне надо похавать, кстати.
Я иду, я лутал, блядь, вы пропускаете. Триммер, иди сюда. Бро, бро, вы все пропускаете, вы бочку пропустили с углем. Да, о, ты что, серьезно? У тебя есть место? Я тебе два угля дам. У меня на один уголь только. У меня уже 5 угля, дядь. Да, мне нужно. А бочка вот с углем, да? Да, 3 угля мне. И в инвентаре 2. Все, давайте, давайте. О, давай. Я могу себе есть, есть мясо у кого-то? Нет. Не, у меня хавки да, вообще да, нет. У меня мясо есть. Дай похавать, мне вообще нихуя нет. Жареное? Я тоже хочу кушать. Да-да-да. Кушай, кушай. А мне? А мне? Мяу. А у меня тоже, я сейчас сдохну, ебать. На-на-на, едите, едите, кушайте. Я скинул, блин. Вот мясо, брат, подбирай. Так, ну хикерей вроде мирный, с ним я хочу сейчас играть. Сейчас они могут забрать, долбоебы. Вот еще, вот еще, вот еще. Ребят, вы можете ебаный уголь мяу подбирать или нет? У меня нету слов. Это Рома? Ром, сколько угля? Ноль. Почему? Литр, да? Потому что я лутаю, чтобы потом мы этот динамит сорвать. Мяу. Ага. Могу весь... Пойдем с нами динамит тащить, Ром. Сейчас, мне надо этот скрафтить. Но он хочет корабль взорвать. Он хочет съебаться по-быстрому. Уже хочет взорвать? Нахуй, алло, крысы ебаные на... Давай, давайте ёбнем его, слышите? Пошел нахуй! Не-не-не, не надо, не надо, это как меня в прошлой игре, он не надо. Давайте, давайте, похуй, ну мы же знаем, что он трейдер. Да не-не, не надо, просто кораблю не подпускать на всякий случай. Слышь, ты кто нахуй, я еще показывал? Марк, хочешь тебе покажи слоты? Ром, покеш, а как показать? На, я тебе по очереди отойдем, я тебе по очереди буду показывать все, что не, давай, не, давай. Всем, всем. Не, ты нахуй съебался отсюда, я сейчас в соло ебну. Давай, давай, показывай. Если я трейдер, я сейчас убиваю и улетаю на кости, хочешь? Давай. Вот я не трейдер. Нормально. Ну пока, да покажи, давай. Сколько у тебя слотов? Если он еще ебало сейчас накроет, я его реально ебну сейчас. У меня 3, 6, 10. Давай, давай. Пистолет. Бойцам, а что, все со стволами? Кирка. Кто-то... Ой. Окей. Мама! Это... Так, это сейчас не Рома был. Это сейчас не я Рома. Я на корабль отнести уголь. Но это и не на нас, скорее давайте всего. Все на корабль. Пойдем со мной, да, у меня 5 угля, поэтому ну его нахуй. Давай. А что это такое, что это такое? Слышите, возьмите, возьмите кто-то. Ой, сука! Вместе, 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 держитесь. Хикерей, ты где? Я иду на звук, кричи, чтобы я слышал. Вместе, вместе. Гоу на корабль. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Идите за мной, я знаю. Блять, маму. Где корабль? За мной идите, на звук. Ты где ты, блять? На звук, иди, иди на звук. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. А когда туман закончится? Ты ведешь нас, блять? Ты нас не туда... Блять. Алло. Все, все. Кто там бегает слева, сука? Вон там кто-то бежит. Вон двое, двое. Это двое, Даша. Двое. Я тут бегаю. Вы пойдете динамит тащить? Подъёк. Погоди, я тащу 5 угля. Идите сюда, зачем вы по айсбергам идете? Бля, мы мерзнем, брат. Ничего страшного. Кикерей, есть доски и похавать? У меня доски есть. У меня еда заканчивается, брат. У меня пизда вообще. А, у меня тоже нет еды, ебать. Ща будет, брат. Все, еды кончилось. Там медведь, осторожно очень. Хотя если мы втроем накинемся, мы можем его убить, типа, и схавать. Суши? А что это за суши, ебать, лежит в нем? Это сушенка? Нет, это чтобы топить печку. Ебать, это лутая суши. Тут медведь, давайте вместе втроем загасим его. Давай, только давай. Вместе, давай. Только вместе втроем. В этом корабле нет? Есть печка? Марк, тут медведь. Да гоу, гоу. Печка, тут медведь, тут пизды дают. Пистолетом ебашь, что ли? Давай быстрее. Давай агри его пистолетом, давай мы вместе загасим все. Все, давай гасим, гасим. Бейте только его. Не убегай, не убегай, бей его. Не убегай. Ой, иди нахуй, косолапый, блядь. Все, изи. Все, лутай его. Сейчас. Мне быстрее кушать надо. А че у меня это... У меня все в глазах потемнело, блядь. Иди поешь. Тоже все темнеет. Блядь, где корабль, нахуй?
Идите жарьте мясо, вон там, вот в этой залупе. Разожги нам печь, бро, пожалуйста. Бля, ебаный ключ, нахуй, нас заберем, мне не нужен. Сука, из него места нет, нахуя. У меня две доски есть, куда? А, нет, тут нет. Иди сюда в печку. Блять, где печка? Блять, хикерей наебщик ебаный. Ты, бля, гнида слепая, блядь. Сейчас я тебе печку покажу, блядь. Иди сюда, нахуй. Давай, нахуй. Вот, бля, ебаная печка. Ебало, завали, только прорисовалась текстура. Вадь, закидывай огонь, блядь. Чё? Дерево, да. Закидывай. Вот, вот, печь! Ну, а нет, куда его кидать? Да похуй, куда мне тебе спичку нажми? Да кинул, кинул. Нормально, нормально, все, рожок, ебать. Все, хп умирает, умирает. ХП, мясо можешь жарить? Нет, у меня нету мяса. У меня мясо, сейчас принесу, я медведя добываю. У меня есть шприц еще. Все, у меня пол ХП нет, может мне шприц ебнуть? Да можешь ебать, похуй. У тебя, в смысле, ты с медведя не подобрал мясо, дядь? Я мясо пожарю, да, я пожарю. Ой. Найс. Так, нам нужно рюкзак сделать. Хикерей, тебе надо кожу одну штучку? У меня есть для рюкзака, или тебе, Вадь? Да, Мне бля, покушать как? Дайте. У меня как мясо, у меня кожа. Ой! На мясо. А есть это сено ебаное? Могу одно дать. На. А как ты по одной штуке скидываешь? Просто F. Сюда, Ань, беги сюда. Вот там Аня с Макривским бегут. Так, я где тут ключ скинул? Иди к нам, у нас тут печка, у нас ключ. Еда есть. А угля нет больше. Так я тебе только что сказал. На крыше, так нет, ты именно показать сейчас. Ну, я... Сейчас, подожди, дай добегу, я тебе покажу возле печки. Хорошо, давай. Ром, есть одна штука сена для рюкзака? Бля, есть похавать, пиздец? Нет, я не нашел его. Бля, это чел... Покажи, потом похавай дадим. Можно, пожалуйста, покушать, я умираю. Показывай инвентарь. Я могу полностью показать свой инвентарь, если мне не перебирает. Прицелитесь на него, показывай инвентарь. На кого? Видно? Всё, да. Мушкет. Я езди погреть. Вот это патроны. Вот они. А? Лопата. Кому еда срочно? Третий. Мне не, можно, мне. Пожалуйста? Я тоже ничего не ела. Блядь. У меня три угля, кстати. На, вот тут бери. Доски. Подбери, снизу. Вот посмотри. Этих вот у меня 10 штук. Где еда? И вот этих пять. Вот, мясо. У меня мясо, просто уголь, я сейчас скину. Кто меня ударил? Меня забрали мясо. Ань, покажи инвентарь. На, подожди, на, иди я сюда. Я умираю, подожди. Иди сюда. 10, смотри. Мясо. У меня не 10, видишь? У меня без 3 слотов. Бери. Охуеть, наконец-то. Рома, видишь? Смотри. Ты сделался, нет? У меня, вот, кирка. Что? Это что, у меня что? Пистолет. Это, вот тут у меня эти патроны. Чё, пошлите, вот светло, пошлите. Пизду их. Ключ. Пойду уголь отнесу, нахуй, а то мне еще пизды еще дадут. Один уголь, доски, уголь, пистолет. Нахуй. И это бутылка. Лучше, блядь. Костик, что в руке, алло. У кого? Тебя. У меня где? Похуй на ваши, блядь, вот эти приколы ебаные. Ебать, а че у меня так быстро голод заканчивается? Надо хавчика побольше сделать и сделать себе этот ебуный рюкзак. Эвлон хотел мне рейд дать? Ого, приятно. Спасибо, что не дал. Понял. О, нихуя! Ща подумают, я трейдер, блядь. Не, я не трейдер, я... Нет, Вань, я иду, привет. Открой, пожалуйста. Пчелкин сказал, лучше Арине дать. А за что тебя посадили-то, дядь? Меня не посадили, меня сожрали каннибалы. А, все, бегу, старый. Так, а ты где? Вижу. Бля, а ты давно сидишь тут? Да, очень давно. Да, им скилл пиздец. Бля, ебать. Сейчас будем скилл было. Я Ваню открыл. Да, Ваню ёбнули, у него был уголь. Кто-то на него открыл. Я закидываю. Ты каннибала познал, хуй собачий. Я чую, это Рома Макривский. Говно. Закидываю 5 угля.
кстати, возможно, что это Ром. Я опять угля закидываю. Возможно, блядь, мы вместе с вами его труп. Ой, я где-то уголь проебал один. А что ты делал, Ром, до этого? Тебя может кто-то окраснить? Почему всем похуй, что я опять угля закидываю? Ну, меня кто встретили это. Лицо? Рома тотем и ставил, блядь. Вот, а потом, смотри, блядь, куча каннибалов сожрал, блядь. Ром, а ты с кем бегал? Ром. На уголь. Я бегал. Блядь, сука, по очереди. Нахуй ты мне уголь дал. Ну, доверенное лицо, давай. Я несу уголь. Командир, ёбан. А вы мой труп разлутали? Но... Заведите корабль за штурвалом. Заведи, заведи. Где бочка? А куда плыть? Прямо направо, куда плыть? Да, почему ты бочку не взял с углем, Рома? Потому что я бы медленно... Левее надо. Я дал ребятам... Левее, левее, лево, лево бери, лево бери. Бля, Вань, нахуй, моя инициатива была спутянута. Бочку с углем не взять, это лево пиздец. Марк. Издуй, бери свою бочку с углем. Лево, пиздуй, говорит. Ёб твою мать. Да вы уёбки, я сейчас спрашиваю, куда плыть, блядь, гондоны! Блядь, я говорю, блядь, глухой долбоёб! Теперь направо. Пойдёмте чинить. Теперь направо! Да я поворачиваю, блядь! Сильнее поворачивай! А как чинить корабль? Пизда нам, пизда. Не, нормально. Чинить доску. Теперь налево, лево, 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 лево! Натравили на кого-то, на того, кто убежал только что налево. Кто за штурвалом? Я, куда ты дальше? Марк! Направо, право, право. Эмскир, ты сука, блядь. Чё я-то, блядь, стою вот? Бля, давайте ёбнем её. А слышь, у нас там кента грызут, слышь? Пошли поможем. Эмскила? Пошли поможем, алло, у нас кента грызут. Где? Хуя там кого-то грызут, ебать! Ой, извините. Да блять, скажи, что влево, нахуй! Ебать, там заруба происходит. Ань, это пизда. Смотри, куда плыть! Куда? Я ебу, я по тормозам дал. Смотри, куда плыть надо, туда! Алло, алло. Кого ёбнули? А, все, у нас угля нет, Ань, забей. Старого убили. Какого старого? Сайдера. Это эмскил урод дырявый составлен. Ну, мне кажется, да, потому что там, блядь, два каннибала на него напали. Нет, Кикере, да, может это ты ебать? Он съебался только что на кости. Да, это эмскил, он съебался на кости только что. Let's go! Да, Вань, это я не знаю. Ребята, мы еще будем играть? Ваня спрашивает. Я могу третью. Я бы тоже третью сыграл. МСК. Думаю, да, Вань. Вань, если надо идти, ты можешь уходить. Ребята, если ты будешь, ты можем поиграть. Бля, надо чинить, дерева нет. Сейчас подожди, да, ничего не уходи. Бля, мне ощущение, что это Рома, нахуй. А кто второй Ром? А где Юечка, блядь? Где Юечка, ну, нахуй? Второй Даша, скорее всего. Не, мне кажется, что на Дашу сейчас натравили, потому что кровать типа подозрительно как-то сделаться. А есть алло, есть с доски? Нет, подожди, я нихуя не вижу. Сейчас Кикере, есть пожрать, бро? Уже нет, закончилось. А, я умираю тоже от еды. Да подождите, нихуя не видно. Сейчас будет видно, это будет. Кто стреляет, блядь? Не паникуйте, блядь. Собрались, нахуй, блядь, все в руки, блядь. Нас я знаю, что я дам. Можете с деревяшками наш корабль идет на дно. Бля, соберитесь, команда, нахуй. Ща все будет. У нас все дно в воде, блядь, алло. Да заткнись ты, нахуй. Сейчас, блядь, доски принесем. Нихуя. Ты только позоришь со мной. Пошел нахуй. Спасибо, пожалуйста. Нихуя. Вот и поговорили. Так. Блядь, что так долго ничего не видно? О, наконец-то, блядь. Кикерей, кто это может быть? Кто это может быть, твои предположения? Да мне кажется... Да, я Даша, наверное. А второй? Хотя не уверен, может, Каравай вообще. Не-не-не, Каравай вообще первый раз играет. А второй кто? Кикерей? Чё, говорит, да, чё? А второй кто? Я доски ищу ебаные, хочу корабль починить, там вообще все немощные нахуй, ничего не могут сделать, блядь, не поесть нахуй, не починить, блядь. А второй кто? Сейчас всех переебу нахуй, блядь, я третьим импостером сейчас буду нахуй, блядь, не злите меня нахуй. Да, да. Ну, там... У меня и холод, и голод, и все.
О, блять, наконец-то нашел ты сено ебливое. Кость сбросил. Да никто не тут искать не будет забить. Я больше не нашел, блять. Я чиню, мне кажется, я сейчас починю, что сейчас тоже. Я очень сильно мерзну. Кто топает? Да покушать. Это кролик, блять. Нет у меня еды. Ах ты сука. Я не шарю. Я не могу одну дырку найти. Вот она тут где-то. Вот я нашел. Заделаю ее, я делаю. Зажгите печь, бля, код доски есть, еды дам. Я починил. Ебать мы то не знаю. Я зажег в капитанской каюте печь. Тебе. Все. Это либо Даша им скил, ну да, Даша им скил, скорее всего. Ну да, я же говорю Даша. Скорее. Ну а да, их нет. Вот там ушел нахуй. Бля. На косе съебался, блядь, каннибалами сейчас будет душить. Дайте еду сделаю, блядь, вам всем. Не хочу так ты тут не сделаешь, долбоеб, снизу печка. Блядь, ты сказал, ты зажег. Пойти добыть. Я зажег этот котел, блядь. Я пойду попробую добыть что-нибудь. Зажгите печь нахуй, кто-то, пожалуй, у меня дерева нет. Если я не вернусь, знаете, я пытался. Я говорю, тебя сейчас будут душить этим, я каннибал. А, ну, кстати, да, я не буду один. А, есть дерево? Вообще ничего нету. Ёбаный рот. Я принес дерево, я пойду в корабль починю. Я понял, окей. Мы еще умрем втроем, нахуй. Никто не умрет, давайте, можем поесть кого-нибудь из нас. Ёбаный рот. Я могу чай дать кому-то срочно прям. Да иди в пизду с своим чаем, придурок, блять. Да. В смысле, стой, дерева нет. Сделай рюкзак. Да похуй мне на этот рюкзак, я ещё умру, блять. Мне дерево надо найти. Я умру. Что случилось? Я обосрался. Трава и нет ключика. Блять. Пять это только не вставать. У меня один уголь есть. Но... Да какой? А, да. Блять, какой нахуй. Что? Я такой скрафтила какой-то, блять, пакетик. С насваем, блять. Амунишн. Флинтлок амунишн. Что это такое? Здорово, остался еще раз. Да сука! Все, мне пизда. А я не смогу сейчас пойти, потому что... Ну вот, прям спереди и налево, вот здесь вот где-то в части слева, налево, по-моему. И потом направо. На кого вызвали? Кто не... Нет! По-моему, там где-то бежал. Нет, мне пизда, я умру, блять! Холодно! А нахуй ты убежал? Да где ебаная капитанская кабина, блять? Так там уже не греет. Сука! А, блять, это долбоёб. А, я нашел доски, алло! Я несу долбоёба. Да, иду. Я несу долбоёба на кровать. Положи его на кровать. Как я умер? А, он откис. А как я умер? Он по пути сдох. Не лутай меня, вас освободите. А как не я лута... умер, блядь? У тебя 6 кусков мяса, долбоёб! Так я, сука, вам принёс покушать, блядь! А, да? Я пожарю пока. Откройте его. Я растопил печь, Марк. Дерева нету, типа, он без дерева не мог приготовить. Пожарь, я сейчас растопил печь. Сейчас я пожарю, да. Марк, здорово, там. Там Кент запотел, он не понимает, что... Здорово, старый, блядь. Да, сука? Мы, блядь, тут напротив друг друга лежим. Брат, рахат лукум кушаем. Да? Мне куска 2 надо. Я жарю. А, травишь, да, сука? А вы можете меня открыть? Спасибо. У нас нет ключа еще. Скинул 2 куска. Все, я похаваю. Ты пожарил. Ну нам типа надо их сейчас захуярить. А, блять, за сырое мог съесть, реально? Ты чё блюешь? Ах ты палуба отравила! Ты чё, дура? Ты меня отравил мясом! Я тебя сейчас, да, заебашу это нахуй, блядь. Это хикерей! Слышите? Я понял. Меня отравил мясом! А что там происходит? Ты, скорее всего, сырой села. Не-не-не! Либо она дура, либо я сейчас её ебашу нахуй. Даш, открой меня из клетки, у тебя есть ключ, я знаю. Ты умер? Я вижу, Ромс, чтобы да, ты понял, да. Короче, я вижу два ебаных, две ебаные травинки, блядь, где я мясо жарю, блядь. Вижу, она заходит. Как думаете, кто это? Мне кажется, это Юечка. Да. А нахуй ты сырое съела? А ты что, не пожарил? Я ебашу сейчас, реально. Давай. Я еще, подожди. Она мне выстрелила, сейчас умру, нахуй. Она ебнутая. Слышишь, Ром, ты где? Бля, как же я кальяну ебу после стрима, вы не представляете. Думаешь?
Я просто ее не... Я ее не загашу в соло, мне нужен кто-нибудь. Давай не пизди, где мясо, да? Да откройте капитана, блядь! А где ты? А ты где? Да как? Ты вот. Нет, Юечка, открой, ты где-то была тут с ключом, Даш. А у меня нет ключа, а как мне тебя открыть? Бля, Юечка, ой, пиздец. Ну это Даша, это... А за что? Да хуя, блядь, ты нахуя меня хуяришь, падла? А ты нахуя мне выстрелил? А за ж... Ебать, реакция, вы видели, нахуй? Неси на кровать. Вы видели? Вы видели, как он с разворота уебал ее? Охуеть, я напугалась. Я просто... Даш, открой меня в камере, я умер. А кто траванулся вместе, Дот? Аня траванулась. Никто не траванулся. Вот я открываю. Спасибо. Давай, лежи, блядь, отсыпайся нахуй, молодой человек. А где мой труп? Где мой труп? Я принесла 3 угля, я в бойлерную положу. Найс. А где Макривский? Бля, это походу Макрица и Айм Скилл нахуй. Я огурчик, блядь. Так, стоп, а где мой труп? Ну, Амскилл со мной бегал. Да, где мой труп? О, это мой труп. Да. У меня нет проблем, кроме... Патроны спиздили. А, не, не спиздили. А у меня все забрали. Ты все забрал. Да нет, нет, я схавал... Четыре... Ну, я схавал все. Ты ебаный рот, где ты трюкзак? Ты же меня выстрелил, у меня один хп был, блядь. 4 штуки в одно... Охуеть. А чё ты в меня стрелял? Блядь, где верстак? Я вообще понять не могу. Где ебаный я верстак? Хикерей. Арк, было 4 кусочка, я иду искать и не мясо, сейчас приду. У меня 6 кусков где мяса он... было, блядь, где все нахуй? Он в одну хару все сожрал! В одну хару, блядь! Бля, вот и ебак, я его сейчас загандошу, нахуй. Такие вариантики. Бля, я на всю команду принес ебаное мясо, он все сожрал, уебок. Хуй поделюсь. Отвечаю, бля, хуй поделюсь с кем. Все, пошли все нахуй. Опа, ебать, у меня место, а нахуя мне столько? Не стрим больше, а то Лекса схаваешь. Кто, в кого, кого убили? Нормально. Даша, я... В смысле, Даша, меня убили? Просто так? What the fuck? Пустите, пожалуйста. Бля, я просто не понимаю вот эти типы, которые пишут что-то про я онлайн. Короче, а, смахиваешь? Я принесла уголь, блядь. Я... Ладно, извините. Фикса да, схаваешь. Да, да я неправильно понял, блядь. Кто это бежит? Кто это бежит, нахуй? Руки вверх. Это я, бля, ебал, нахуй. А, это... Почему мы выиграли? Я убил Аймскилла и Даш. Потому да? Даша Аймскилла. Надо сейчас убить Аймскилла там. Там это где? А, на корабле, на корабле. Ты в соляну разъебал их? Да. Ты чё, крутой, блядь? Да он может бежать, только аккуратно. Бля, я думал, что это Ромчик, нахуй. А Ром может пиздеть? Бля, мне кажется, Ром может пиздеть. Ром! Бля, мне кажется, Ром может пиздеть. Ещё, прикиньте, возвращаюсь на корабль, а там никого нет, блядь. Все трупы, и я с Ромой один на один остался. Бля, пойду к роллы реально ёбну. Еды чё-то вообще нихуя нет. Либо вот эту вот личинку. Оп. Сюда. Тогда, слушай, тебя освободила и уголь положила? Бля, ебать, ты гений. Кто это? Оп. Чё я сейчас собираю? Подождите. Сержант, играй в то, что умеешь. Да бля, я играю в то, что мне в кайф, понимаешь, мужик? А к совету такого ребенка, как ты, блядь, который не может капсу уже третье сообщение выключить, я прислушиваться не буду. Стой, подожди, аргументы реально. Ой, бля, всем пока.
Блядь, за что? Всем пока. А откуда у него кость, блядь? А ты чё не попал? У меня этот осечки две. Тебе есть осечки пистолета? А вы меня не выпустите? Нет. Марк, ты все веселье стой! Выпустил. Ты да. Принял деревяшки? Нет. Марк, стой, а Дашу принял? За что посадили? Подожди. Ну короче, смотри, просто я когда им скилл убиваю, то он кричит: Даша, помоги типа мне. Не-не, стой, это Ром. Даша меня освободила из тюрьмы и дала мне еды, блядь. Если да, на меня всем похуй. О, Вадя еще тут. Есть у кого-то частички пистолета? Нет, нихуя нет, блядь. Есть дерево? Нет, у меня в трупе были, Ром. Если бы... Что были? Пистолет, у тебя пустой труп. Не было, у него начали проверять Ром после этого тумана, кстати, это логично. Пистолет у него был, я спиздил. И патроны. Дайте мне патроны. А хули мы не плывем? У меня просто один вопрос, ебать. От голода, от голода. Ну, блядь, Даш, я... У меня было два пистолета. Говорите, куда плыть, я плыву, говори, куда плыть. Подожди, куда? Заглуши мотор. Банутый, блядь, подожди, вперед надо. Давай дальше. Да, сейчас, дальше подумаем и выпустим. Лево, чуть-чуть лево возьми. Хорошо, Даш, что ты делал все время? Лево, чуть-чуть. Ну, я луталась, потом я притащила уголь. Я общалась, получается, с Аней, я помню точно, мы с ней пересекались на корабле. С вами пересекались вы, и я ничего не делала, я тут притащила. Да, я умерла. Я пыталась... Куда? Еще левее! Я не вижу, мне холодно, я сейчас умру. А, еще разбил это тотемы, кстати, Ром. Знаешь где? В пещере. Там еще, по-моему, даже были. Где-то шептали. Все нахуй, вот встали, блин. В самом начале были. Нет, ключи надо, Ань. А в шкафу два было, забрали? Ну, скорее всего, опа. В каюте у Титана было нет. Два ключа. Тут нет ни одного. Погреться негде, типа, если можно, только печкой можно... пожарить. Мое тело тебе можно залутать или у меня все? Да, я могу рассказать, как ситуация была с моей стороны, да. Когда меня убили? Бля, где ты ебаная печка? Я постоянно, блядь, забываю, нахуй. Я принесла три угля ребятам. Потом открыла Марка и уже пошла, типа, я вижу, что... Грейтесь к печке, идите. Типа, слышно. Я пришла к вам и спрашиваю, что... Закинул в печку? Да. Я даже, типа, не знаю, кто трейдер, и ни с кем не взаимодействовала особо. Даш, пока посиди, ключей у нас нет пока что, и мы не знаем кто. Второй трейдер, может быть, каравай, потому что он стран себя вел, когда у него была кость. Ой, каравай, блядь! А Ваня умер? Сука, все равно жду, когда выпустит меня уже 20 минут. Может быть, вторым трейдером Ваня? Каравай, говорит. Ну, каравай, говорит второй, да? Марк, выпусти меня, пожалуйста. Анют, я сейчас пойду искать ключ и выпущу, как найду. А, слышишь, залутай мой труп. А я взял столько пушку с него, его залутали уже. Ваня уже Ганнибалов. А, его уже залутали, там было просто... Ваня полностью умер. Да, кто-то залутал. Ну Ваня точно тогда не трейдер, потому что мы же тогда его... Так освободи кого-нибудь, герой. Я его только нашел на корабле, сейчас я погреюсь, освобожу. Короче, там было у меня в трупе 2 или 3 мяса и что-то еще, ну и пушка. У меня, кстати, в трупе были угли. В трупе были угли, так и запишем. Не помню, короче. Короче, я оставил 2 сырого мяса в этом печке, потому что я на человечный перешел. Че, мне каравай выпускать, он всю игру сидит? Почему ты на человечный перешел? Пускай Дашу, пох. Просто Дашу опасно выпускать, если мы... Вы меня не хотите выпустить? А, во, выпустите. Не понял, а почему Рома перешел на человечно? Ну-ну. Я не знаю, Ян, что делать? Что нам кого? Делать? Я не знаю, кого выпускать. Кто 100% типа не... Я 100% не трейдер. У Ани кость была в трубе. Я не знаю, кого хочешь. Кстати, ебать, а чья это кость была? Спасибо, что ты сказал, Ром. Так я 100% Ром, иди сюда. На палубу. А чей это труп на палубе лежит, блядь? Там Аня вздохнула. Смотри, когда... Слышь, Ром, когда Аймскилл вызвал там, когда инсайдера убили, там каравай тогда был в тюрьме или нет еще? Каравай умер от голода. Вот это труп Аймскилла? Смотри, там кость лежит. Нет, короче, там я подбежала к тебе, нет, где ты типа... Труп. Слышишь, Марк? Да. Короче, там, где ты крутил эту ебаную штуку, я там умерла, вот там мой труп лежал. А почему тут кость? Частички пистолета у кого-то. Пойдем вместе искать. К
Короче, мы ключи искать, чтобы вас освободить. Я нашел ее лук и стрелы. Кого мне выпустить? Ром, ты точно не трейтер? Нет, я не трейтер, но я же аймскилл убил и хотел его ёбнуть еще раз. Я тогда АФК, хорошо. А он съебался. Короче, я выпускаю кровать. Не-не-не-не-не, выпусти Аню. Выпустить Аню? Что скажешь, тебя выпустить или Дашу? Ну, у меня 100% белая, как хочешь, а мы заповка. Марк, пойдем искать. Выпускай Аню тогда. Ща-ща-ща. Рома забрал кость, ров. А как мне, типа, себя труп тут? Где, блять, какую я нахуй кость там забрали? Да. Какую? В трупе? Ром! Можешь слоты свои показать? Чё могу? Слоты свои показать. Угу. А ты кость только что забирал, ты его выкинул? Да. А, блядь, мне показалось, что нет, ебать. Все, спасибо. Лучший, блядь. Ромен, мужик, респект. Ну, надо им скилл найти. Так, в смысле, я же им скилл этот убил, он съебался. Согласен, да. Мне на частичка пистолета, потому что починить ружье, он мало патронов. Блин. Марк! Да, ничего. Да. Марк, а дай, пожалуйста, дверь револьвер. Держи. Вот, скинул. Блять, ты бежала все это время из-за револьвера? Да, ну а хули мне сделать? Бля, где ебаные доски? А вот и доски. А вот и доски, нахуй. Во, чё за чучело бежит? Где? А, это ты, блять. Давай попробуем медведя ёбнуть. Давай, стой. Не, я смогу побить его с агрио пушкой, мы просто ставим в жопу и еще будем ебашить с этой шпагой. Только я мёрзну, и у меня еды мало. У меня есть мясо. Я тебе фьюсти дам попить. О, это ирландский тио. Скинул, вот, снизу. Камни можешь саблю чинить, а как ты сделать? Ром, а как саблю починить ебаным камнем? Я не могу себе винту. Саблю, камень, я не знаю, слушай. Я саблю никогда не чинил. Мне нужен верстак, чтобы этот скрафтить новый мушкет. Не могу. У меня дерево, ура. У меня 20 дерева, нормально. Кто там бегает? Сюда. А мы плыть-то будем, чи нет, блять? Уголь вообще никто не собирает. О, нихуя себе лутанул. Ромчик. Марка, ты патроны мои не находил в трупе? Не-не-не, кто-то спиздил, только ствол у тебя нашел. Бля, уёбки, сука. Могу дать тебе чуть патрон. Да не-не-не, пока не надо, нормально. Что? Как я это сделал? У вас время на исходе? Согласен. Надо плыть. Аня, ищи уголь, у нас время на исходе. Как он выглядит? Черный? Ну, блядь, просто как камень, нахуй, такой. Ну, да, как камень. У тебя же вначале был уголь. Два сутка сало. Мне похуй, я сейчас чистый уголь буду бегать носить. Да завали ебало, креветка, блядь. Блять, пизда шпаги. Как починить шпагу? Блять, так яйца чешутся мерзко. Вот камень. Как починить шпагу? Мешочек. Я скинул полухомные мушкеты. Как ты тут оказалась, нахуй? Я только мясо жарил, блять, она уже тут. Я на корабле плыть. Бля, ебать я тут. Ой, пиздец. Мне кажется, я сейчас въебусь в этот айсберг. Закинь камень в шпагу, сейчас сделаю.
Ща, бро, секунду. Так, верстак вот тут. Нет, это не верстак. Оп. Сейчас мясо пока поставлю делаться. Хуяндок и на медок. Так, теперь идем к верстачку. Ля-бля лежит какой. Ёб. Так, шпага. Шпага. Камень. Да ну нахуй! Я думал, вы меня наебаете. Алло, Даш, ты тут? То есть ты меня опять похуй? Не-не-не, я просто проверяю, не выпустили ли ее. Не, брат, они ищут ключ. А что, Даша выпустила им скилл? Нет, а, он тут... Даша, нет, и она молчит. А, ее выпустили, нахуя? Да ну нахуя, им скилл сама... пришел? Это ты, Вальц? Она со мной разговаривала, да. И она, но ее нет уже. А, ну Даша играет. Можете со мной? Она сказала, что он значит, это Юечка М-скилл, да, правильно? Да, да. Выпустите Вадю, нашли ключ. Да. Я завожу корабль, я 3 угля принес. Подожди, нет, а. Еще, давай утром. Так сейчас утро же, не? Не, я сейчас ночью. А, блять, я пока крафтил уже всю ночь, нахуй. Ну ладно, есть что, я разогрею печку, можете погреться. Да, я уже у разогрел. Тоже, у меня тоже дерево сейчас... есть. Есть краб у кого-то, нам надо этот, блять, капканы наделать, чтобы медведи ебашить. А, не, у меня брал. Есть 2 капкана. Это хорошо. Корабулечка. Нормально. Бля, Вадя вообще без лута, да? Чей труп можно разъебать? Покушать. Меня ебаш. А, им скилл до трейтера 100% уже, мужики. У меня, по-моему, был. Ой, бля, можешь ебануть кого-то. Кикеры, что делаешь? Жарю. Ты, блядь, у меня 6 кусков спиздил, давай мне половину сюда. Мама, что? Сужда. Кинь мясо, уебище, блядь. Ща. Пиздец, всем мясо. Ебачи ты. На, мясо. Куда кто-то стреляется, слышишь? На, мясо. Если отравлено, на твою маму ебал. Еще кусок, да? Блять, Марк, это не он, это уже очевидно, что это таймскиллы и Даша. От души, блядь, ешь. Кто стреляется? Да кто, не, нет? Я пойду фастик. Они с волками, походу. Я, Марк и Хикерей, у нас получается, ну, Даша и... Даша 100%, она со мной разговаривала и убежала. И все, а Ваня умер давно, я так поняла. Она же сама открыть не может? Почему может? Может выбраться. У трейдера есть возможность соло выбраться. А, ну это если трейдер, да. Ну значит он на трейдер. Бля, бедный Ванечка умер, бедняжка. Инсайдера убили в самом начале, блядь. Просто типа... Ваню убили, да. А если убивают его в тюрьме, получается? Вот его 2 раза убили просто, да. Мы его выпустили, он на меня наругался, и потом его еще раз. Короче, ребят, нам сейчас надо будет на скалу бежать. А где все, блядь? Алло, я, Марк. Я тут бегаю, я лутаю. Не, я рядом с кораблем. Понял. Нам надо скраб, сука, нам надо скраб, чтобы капканы не делать. А, скраб? Так там дохуя ща было, я взял что-то, забыл про него. Сколько надо? Во, тут, да. Не, это не скраб, это не скраб. А скраб это полусломанная, да, такая хуйня? Да. А, чё, утром? Всё, утром, можем идти, слышите? Го проедем и пойдем, го проедем. На корабле давай, хоть. Сразу бери прям максимально направо, Марк. Да, не максимально, но чуть направо надо. Ща. Ой. Алло, я жив. Найс. Направо, Ань. Кто я жив? Это МС. Направо? Это Хикерей. Да я похож, блядь. Право. Не задеваем? Это максимально, блядь. Прямо. Левее, бери. Лево, бери. Лево. Все, выравнивай. Чуть-чуть прям левее, чуть-чуть лево.
Ебать, я гений. Не-не, выравнивай, потом лево. Потом лево бери. Сейчас можешь лево брать. Все, лево. Приехали, блядь. Лево, лево, лево. Да все, приехали. Ебал, блядь. Довести нахуй не может до конца дела, блядь. Ебальник, вальни динамита, притащи, блядь. Рэпер ебаный. Пойдем за динамитом, кстати. Пойдем, маму твою найдем, блядь. Марк, а мы еще играть будем? Да, брат, хочешь? Или вот тебе уходить надо? Вот сейчас, кстати, мне просто интересно очень, брат. Да, я... Да, да, ну можем, можем, я не против. Собираем все капканы сейчас, ребят. Нам надо ёбнуть медведя. Сейчас мы пойдем на гору, нам надо забраться на ту самую высокую гору, типа, и просто это, ёбнуть медведей. Давай, давай, давай. Так, пойдем, ты куда сейчас? Чай, мне надо скрафтить капканы. Ань, у тебя тоже два капкана есть, да? Ян, собери. А, так мы почти доплыли, ебать, надо уголь найти. Я за уголь ответственный. Все, мы почти доплыли и взрываем вот это место. Хуйня вообще осталась. О, шприц. Найс. Шприц мне надо. Шприц меня похилит в любой критической ситуации. Ну да. Так, эта хуйня мне не нужна. Опа, уголек. Ищем шприц. Ой, шприц. Все, у меня крыша с этим шприцом поехала. Бля, надо места взять на самом деле. Сначала взорвите, да мы так и сделаем. Кто тут? Кто я. Тут? Не топайте за спиной, страшно. Ой, ой. Нихуя реакция, блять. Ты че, вишня, вообще ебнулась? Go за динамитом, бро. Я. Подожди, мы Рому ждем. Да похуй на Рому, он трейтер. Да не, он капканы крафтит. Не-не-не, он трейтер. Блять, вы можете трейтер. Уголь собирать, а то мы хуй доплывем. Я один его я собираю, по-моему. Вот, вот тут я сейчас нажал на камень. Вот, чекни. Ладно, похуй. Не могу, ты в нем. Ань, встань на деревяшке. Я тебя не вижу. Ты где? Ань. А, вот ты. Я тебя потерял среди них. Не надо. Марк, отсыпь патронов, пожалуйста. Или у тебя нет? Дам, дам. Я просто твою жизнь спасла за... О, не-не-не! Забирай. Нихуя, чуть все ей не отдал, блядь. А кто тюлени ебашит и мясо не добывает? Вы чё, блядь? Так вот за динамитом, пока Ромочка нет. Так, наоборот, надо дождаться. Сейчас он капканы скрафтит, мы ёбнем медведя там, и возьмем динамит. Пойду, короче, уголь еще найду. Опять здорово, брат, здорово. Доски... В смысле, доски вместо угля можно? Куда? Не, вранье какое-то. Я динамит. Ой, динамит, блядь. Искать эту хуйню. Там волк опять, Марк. Да похуй, рот его ебал. А как пушку починить? Там медведь гонится за кем-то. О-оу. Ебать, у меня фейерверки сзади ебашит. Ой! Ой, блядь! Чё? Чё, блядь? Найс. Всё, погнали, 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 пока день. Давай, давай, давай. Гоу, гоу, гоу. А куда мы? Куда вы? Да, 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 да. Нага, идём быстро за динамитом. Дай куда, капкан. Куда, куда? Окей, капитан. А, Ань, будешь пить за лопатой? Видишь, он лежит тут? Пойдём. Там ещё один медведь должен быть. Блядь, холодно. Сука. Собрали все для костра, чтобы там этот... Да, я собрал. У меня доски 9. У меня мясо есть еще. Блять, уже холодно. Давайте фиксики. А-а-а! О, это на нас. Вместе держимся. Вместе отбиваем. Это я. А, на нас. Сзади, сзади, сзади.
По очереди стреляйте. Тихо, они нас слышат, уебаны, бля, тупые. А аниме говно! Давайте вместе наверх, кричать, наверх. Аниме говно! Аниме говно! Слева, слева, бей, бей, бей. На, чучело, ёба, бля. Еще двое внизу. Аниме говно! Не стреляйте, не стреляйте, не тратьте руками, руками. Все, вас тоже надо. Аниме говно. Погнали. Марк, дай патроны. Нету, нету, вообще нет. А вон, они на горе, они на горе, они на горе есть еще. Там костер горит. Да, да, да. Погнали, погнали, просто наверх до конца. Бля, холодно, пиздец, холод хавает, бро, бро. Тихо, тихо, не стреляют, бегайте просто. Не стреляют, Стрейфе, на стрейфе, на стрейфе, на стрейфе. К стене, к стене прижмитесь, сверху не видно, к стене прижмитесь. Мне на ОБЖ говорили, к стене не видно. Чё, блядь? Оп, попал. Чё, дальше потеть будешь или будешь? Что? Шо ты, гнида ебаная? Убегай, Даш, побежали. Боже, потничий ебаный. Шо ты без зубы, блядь? Забейте, это можно ливать, там такой типа пот играет, чел говорил, что он. Ебать, чё? Это была я, Рома, не на ней я говорю про начало, типа что просто дохуя новичков играет, он на коси съебывается, душит каннибалами одного, второго. У меня. Стой, я тебе объясню потом. Я живу. Мне просто кушать нечего было. Пришлось. Я живой. Вадя, тащи катку, брат. Сейчас, сейчас, выхожу уже. Нас там тут въебали на горе, блядь. Неожиданный был. Бля, я даже не увидел эту бочку ебаную. Это просто прикол в таких играх, нет? Согласен. Вадя вообще просидел. Марк, братан, спасибо, пожалуйста, поиграть. Вообще кайфанул. Не, вообще нормально. Че, сейчас третий пойдет? Вы не хотите еще одну? Да можно, можно. Ультраласт. Можно, можно. Вообще я впервые. Да, сейчас зайду. Бля, бедный Ваня, нахуй, вообще не поиграл. Прости, да, да. Пожалуйста. Да за что? Я вообще, мне я все не хочу. Мне так хотелось попробовать эту штуку. Это была моя идея. Бля, ну знаете, что в этой мапе ебано? Тут реально, тут же там сверху динамит, да, куда мы поднимаемся? Ага. Там взорвать можно, ну, в любой катке так, типов. Типа просто бочек по пути понаставить, чтобы они не видели, и въебывать их. Так они тоже сдалека могут, типа, взорвать. Так они же их спрятать могут, и мы не увидим, типа, если мы сниз поднимаемся. Там есть время, чтобы отбежать немного. Ну, ты можешь наконтрить в любом случае, типа, по один там побежит, да, допустим, они выстрелят, один сдохнет. Охуеть, тут запись игры есть? Угу. Да. Ну, у меня, кстати, C+. Ебать. Потому что у меня почему-то, типа, damage, типа, по своим. Ром, ты создал? Я пошел курить. Рома пошел курить, я пойду к нему. Да, Власимин, окей. Марка, ты можешь я забанить буду. Тех, кто пишет аниме говно в чате? Тогда, не-не-не, я призвал тупасту писать, смотри. Блин, по факту же пишут, в смысле. Пиздец. Ладно. Так аниме же, ну... Аниме же говно, пиздец. Блять. Сейчас бы банить за такое. Где-то плачет Юечка. Ну да. Справедливости ради, не все аниме говно. О, так, приблизительно 99,9%. Ну да, да. Бля, самое уебское аниме, которое я вообще смотрел, это Атака Титанов, Клинок рассекающий демонов. Ёбское? Да, и Тетрадь смерти. Еблан? Что? Это уебское аниме, Атака Титанов, да? Клинок рассекающий демонов. Да, тоже самое вообще дерьмо ебаное. А, и да. Не, ну когда я пиздюком и... был, я смотрел Sailor Moon и Покемона. Да? Слушай, а нет, я даже ни Шаман Кинга не смотрел, давай, никого давай. Не смотрел. Ван Панчман хуйня и Наруто дерьмо ебаное. Да, да. Ну, Наруто дерьмо, да, согласен. И Ван Панчман тоже дерьмище просто. Не-не-не. А Афросамурай как? Классный? Нормально, да. Афросамурай прекрасный, охуенно аниме. Афросамурай вообще ебнутая хуйня.
Я помню, давно смотрел, помню, что там Сэмюэл Джексон его озвучил. Про Наруто лишнее. Да мне кажется, полчата даже не смотрел Наруто, потому что, ну, как бы другое поколение. Потому что говно. По факту, да, согласна. Бля, жалко на причал нельзя выпрыгнуть. Кстати, тут порт прикольный. От песончик лови чепушок. Опа, злой анимешник в чате, понял. Слышно, реально отписался. Бля, чел реально отписался. Ладно, не обижайся. Ой, боже, все. Короче, не дай бог ты когда-нибудь посмотришь аниме на стриме. Да, упаси боже. Тебе так буду хуесосить. За что? За то, что я стал анимешником? Что ты позер-клоун? Почему? Позеры это наоборот такие, как ты, которые говорят, что аниме все пиздатое. Вот ты позер ебаный. Ну скажи мне, стой, стой, хикерей, ты ж фанат аниме. Ну ты типа шаришь за аниме. Ну это моя жизнь, аниме, понимаешь? Все, понял. А кто режиссер Клинок рассекающий демонов? Я чё, долбоёб, запоминать, кто ебаный режиссёр? Понятно, позер. Позер. Факт. А, да. Факт, по факту. Давай другое аниме, я тебе скажу, кто режиссер. Кто режиссер Наруто? Анкорд. Кто это, блядь? Это студия, долбоёб, мне нужен конкретный человек. Ладно, забей. Я не шарю за Анкорд. Алло, да, Ромчик, стой, инвайты. Вы можете сейчас меня зайти, просто подключиться, пока настроят. А чё, все уже видишь? Не, все тут. Не, спорим немного о высоком. Я вроде бы пригласил всех, кого смог. Все зашли? Бля, меня последним пригласил, бля, ну спасибо, хоть вообще пригласил. Брат, по списку шел, я тебе клянусь. Короче, там все умирают от голода хода, я еще сильнее понижу это. Под ее окном написал ты. А я в каком-то лобби, это нормально? А, я, кстати, не могу зайти в лобби. Еще раз, можете мне дать? Да. Да, инвайт. Почему-то ошибка высветилась. А я почему-то в лобби... Пригласить в лобби, бля. Че, не могу зайти? А попробуй сам по мне нажать правую кнопку мыши, присоединиться. Сейчас. А я присоединена, то не получается. Блять. Че пишет? Вообще нихуя не пишет, загрузка и кончается. Попробуй перезайти в игру. Бля, я бы еще арбуз, кстати, захавал. Сейчас же сезон начался, да? Арбузов эти ебаных. Арбузиков? Ну, в середине лета, где сезон вроде начинается, арбузов. Я б тебе арбуз об голову, блять, вот так вот. Да? В игре. Я б тебя на дыню торпеду псил, кота не мог смотреть, блять. Марк, это ты стоишь на этой штучках? Не, я вот, вот я прыгаю. Лови меня, лови, лови! Блять. О, все, гоу, гоу, гоу. Стартуй, бро. Давай, Ром, принудительный запуск. Вы можете мне хотя бы чуть-чуть объяснить, вот что вот в этом покере сделать надо вначале? Ты комбинации покера не знаешь, нет? Ну хотя бы, нет, что там забрать? Хотя бы пару, собирай, типа, например, пара высокий... двоек. Да, пара тузлов. Пары, короче. Три карты одинаковых, это тоже круто. 5, 6, 7, 8, 9, 10, вот такие типа комбинации, 5 по порядку, тоже прикольно. Типа вот такие комбинации собирать. 5 одинаковых мастей можно. Let's go! Давайте мы все. Не стартуется. Да кто, блядь, стучит нахуй? Это Ваня. Я, простите. Долбоёб какой-то, блядь. Мутись в дискорде. Охуел, Ванёк. Я думал про колокол-то, я про себя. А, да, ну я тоже долбоёб. Ой-ой-ой-ой-ой. 6, 7, 8, уже 9, 10, ребят, срочно, максимально. Здесь я не выпадет. Ой-ой-ой. А чё вообще из этого собрать можно? Нихуя нельзя из этого собрать. Вот у меня 10, король, 6, король, король, дама, это плохо, да? Ой, бля. И чё у тебя? Да, хуйня всякая. 10, король, 6, король, кью, дама. 7, 8, бля, 9, 10, ба. Собирай 3 короля, такой ещё. Всё, я встал. У меня 3, я, скорее всего, выиграл. ГГ, нихуя нет.
Ну, фартанул. Я вошел на капитан. Охуеть, стрит чел собрал. Охуел, блядь, стрит собрал, ты чё нахуй? Я вообще мудился. Чё, не подкру... забыл подкрутить в этот раз, да? Ебануться, блядь. Опять я с Ромой трейдер, чё за хуйня? Я хуею, бля. Ребят, Волосим, у меня есть какое-то искажение? Опа. Ладно, я потом чекну. Скидайте уголь в эту хуйню, закидывайте его. Да-да-да, обязательно. Хорошо, капитан. Сука, я ваш капитан, я первый. Я закинул. Сюда деталь пистолета. Ну, блядь. На базу, но. А кто это? Инсайдер. Ваня, чё ты там лутанул, ебать? Ванечка, Ванечка, а чё ты лутанул в сундуке в этом? У нас только 4 угля, доложите, пожалуйста. Я доложу сейчас. Да, я положил. Я положил. Ваня, инсайдер. Накладываю. У-ху! Тебя не слышно, Ваня. Я самый первый положил. Несу свой уголь. Смотри, чё у меня есть, так, Ром. Один уголь, один. Ром, смотри, чё у меня есть. Пойдем выкину при тебе, нашел это в ящике. О, позер, позер. Где угли там? Пойдем, пойдем. Смотри. Смотрите, типа не трейдер, да, да. Все закинули угли? Все, все сразу. А, я за... Я белый, я белый. Я за руль стану. А что инсайдера не слышно? Инсайдера. Ребят, не слышно. У меня ёбка с микрофоном, погодите, разбираюсь. Okay. Надо нажать escape. Давай. Надо нажать escape, having boy problems, и там написано steel. Бля, может ебануть. Это не помогло. Сейчас попробую. Ну я уголь положил, если чё. Так, я уголь положил. Сука ебаная. Да, бля. Сейчас надо ебануть и съебаться по-красивому. Меня контролит. Говорит. А если я в игру перезайду, я не смогу к лобби подключиться? Сможешь. Там реджой надо нажать просто. Не спалили. За что, блядь? Прости, пожалуйста. А если что, для мирной, я сделал еще попроще, дверь. Там вот это. Киркой въебало. Животные такие сильные были, чтобы голодали меньше. Бля, ебаная карма, мне вообще в этом мире ничего нельзя делать. Просто все кармой бьет, блядь, моментально. И я в моменте. Спрыгнет тот долбоеб. А я спрыгну. Я тоже спрыгнул. Пошли вы нахуй, блядь. Я из стаи не выбиваюсь. Бля, все по дефолту слева лутают, а я сейчас пойду справа. Пиздец. Сейчас лутану больше всех, я вам отвечаю. Сейчас отпущу. Я в моменте. Не-не, веди. А, ты что наделал? А я въебался, потому что мне никто... Ты въебался, мужик. Корабль тонет. Сам ты мудак, блядь, я не вижу ничего. Чиним корабль. Я не говорил, что ты мудак, уёбок. Ебало, вальни свою, блядь, чепуха ебаная. А ты чё сидишь? О, нихуя себе я нашёл. Это очень хорошо, да? То, что я нашёл ключ. Доски добывает, да-да-да, всё, всё потиху. А чё за хуйня, почему я такой везучий? Тут, походу, справа реально лута больше. Ёбнуться можно. Бля, этот уголь ебаный. Нахуй я его вообще... А, знаете, хотя как можно здраво сделать? Охуеть! Я весь уголь сюда перетаскаю, потом на корабль. Запомните это место, такая низина и деревянная хуетень. Сейчас мы весь уголь туда будем скидывать. Так, камушка мне нахуй не надо. Ща, блядь, подумают. Блядь, да, Симан? Нет, не трейдер. Ебать, ты флудишь, чат. Дурень ебаный. Не-не-не, никто не спиздит. Запомните, за... О, сюда, шкуру! Ща рюкзак сделан, надо два тростника найти, и все, у меня, считайте, уже рюкзак готов. Бля, проститутки какие-то две рядом.
Профессор Чарльз Ксавьер, просьба не беспокоить, нахуй. Где-нибудь оружие сделать. Слышь, подсасывает. Я с Аней разговаривала. Тихо-тихо, они меня не видят, да? Они два трейтера. Ага. Все понятно. Но надо вооружить свой глаз на Юичку и с вишней быть аккуратным. Ну да, он за нами поплыл тогда. Не идите сюда, суки! Это вообще мой спавн, я тут сюда хожу. Я тут первый, нахуй! Я две игры подряд здесь была. Все, я тут первый. Я, кстати, не буду говорить, где моя заначка. Там очень много угля. Ясно, трейтер. Нет, я очень много угля скинул, чтобы на корабль трейтер потом отнести. Нет. Ясно, трейтер не пускает свое место, свое логово. Симпл димпл, папыц квиш. Ебать пороха. Я сука, не трогай. Хотел, короче, уголь раскидать по всему кораблю. Так. И потом за один раз доплыть. Но что-то пошло не так, блядь. Блять, места нихуя нет. Могу дать сено, кому надо. Мне! Сено для чего? Да. Кот тут скинул. Сено для рюкзака. А рюкзак что дает? Блять, а что одно-то? Рюкзак расширяет инвентарь. Два сена надо. Это не сено, может, волокна? Ну да, волокна такие. На сено похоже. Есть, Вань? Мы это сено называем. Еще одну надо. Я зажгла печь. Сука. Пойду в пещеру, сундук открою какой-нибудь. Ну слышно, да? Да, да. Да, да, да. Суки ебаные. Блять! В пещерке разгони. Че в пещере? Ты там волк. Страшно. Блять, пизды. Давай, давай, ебаш, помогаю. Убил, Вань, без паники. Пососал, уебок. Пиздец. Где еда? Ань, тебе сделать оружие какое-нибудь, кроме лука? А почему ты так Ане доверяешь? Какая-то хрень, типа порох. И мы с ним вместе чинили корабль. LED, пиздец. Что-то там. Что-то LED, если тебе надо, я могу тебе скинуть. Я не знаю, для чего это. LED подсветка. Ты долго еще будешь варить тут? Марк, хочешь себе... Хочешь, я тебе сделала... Здесь и дерево закинул! Не-не-не, мне надо сено. Ну, я освободила. Блять, я 10 дерева закинул. Господи, какой же еблан. Боже, нахуй. Так, что ты еще? Я тебе могу топор дать, Аня. Блять, что-то по углю. У вас уголь есть? Уголь? Нет. Угля нема. Папец-квиш! Там это... Симпл я полностью зажгла этот... Ну, вы поняли. Проверь, есть ли кочка в коробках? Кстати. Печку. По ключик. Ща проверю. В трупах. Найдите, пожалуйста... Есть кого-то один кусочек сена, пожалуйста, очень нужно. У меня нету. А кто вообще тут? Инсайдер, Даша и ты, Ань, да? Даша, тебе надо вот эту... Тебе нужно вот это вот? Вот это или вот еще какой-то... Мне нужно сено, Анечка. О, порох можно, давай порох. Бля, кость ебаный нашел. Скинешь? Тут кость была. О, спасибо. Вань, ты в пещере был? Блядь, замерз. В пещере, да? Уголь есть. Замерз, иди в эту. Понял. Хуйню разогретую. Опа, а тут до этого капкана не было, ебать. Мне бы ключ куда-то деть, у меня ебаный ключ, я хочу его вставить во что-то. Получай. Нормально.
Так, а как мне сделать... А, во, костер, все. Заебись. Я не хочу их с ними, мне как-то стрёмно с ними рядом находиться. Мне кажется, там кто-то трейдер. Они прям какие-то неискренние. Они прям очень неискренние. Так, у меня уголь, нельзя забыть про уголь. Тебе камушки нужны для костра. Я знаю, братик. Так, ебать тут угля, мне бы еще какую-то бочку. Короче, нужно сделать, найти сено. Его нигде нет. Блять. Столько всего полезного на самом деле. Симпл, димпл, попыть-пыш, попыть-пыш. Блять, чел не может взять себя носы. Как? Рутин. Вот труп. Как мне, блять? Вот эту хуйню сделать, да? Давай. Нихуя себе. И где ты сено видишь? Волков раз... А как? Ну вот, смотрите, ща ее... Вот волк идет, да? Смотри, смотри. Алло, ты меня слышишь? Иди сюда. Черт ебаный. Вот я правильно делаю, да, еще раз делаю. Не обманули впервые в жизни. Офигеть. Вы такие добрые сегодня со мной. Я не знаю, как мне вас отблагодарить. Блять. А! Ты чё, бля, старый нахуй пугаешь? Ой, ебать, кто-то оставил хуйню для пушки. Сейчас ещё и оружие сделаю. Вань! Алло, бля, жив? Алло, Иван! Алло, алло! Чё, меня не слышно? Вань, Вань, Вань! Алло, бля, старый! Юечка, Даш! Алло, чё, ты меня слышишь? А как микрофон перезагрузить в игре? Алло, блядь! Вот, у меня микрофон не работает почему-то. А как в игре починить? Только что же работал. Контент завези. Блять, дайте пермач этому долбоебу, пожалуйста. Чел просто спамит. Блам, блядь, что вообще нахуй? Контент, блядь, завези. Алло! Ой, блядь. А я ебу, что ставить надо? А! Я их не слышу. Алло! Что за хуйня случилась? Алло! Охуенно, блять. На дефолт все поставь, сука. О, я твой рот ебал, кто-то в чат написал. Гений, блядь, ебаный.
Output это выбор звука. У вас появилось что-нибудь, звук? Алло? У вас не появился звук в игре? Пиздец какой-то, блядь. Кто мне в ВК пишет? Перезайди игру, не смогу к ним присоединиться. А я хуй знаю, что вообще происходит. Блядь, почему со мной всякая хуйня вечная? В такой тильт из-за этого впадаю, вообще меня заебало. Алло, алло, Ром. Алло. Алло. Я в Дискорд даже не слышно. Алло, Ром, если в игру перезайду, я смогу к вам присоединиться? Да, режим нажми. А чё у меня просто... Я перестал всех слышать, и меня все перестали слышать. Не знаю, Марк, Escape, Settings, там, Having, Voip, Problem, что-то такое нажимать. Алло! Алло! Блядь. Надо было сразу так, согласен. Блядский рот, нахуй. Просто с нихуя Ваня подошел, что-то закричал, блядь, и все по пизде, весь звук пошел. Как такое вообще может быть? В Дискорде Рома не заметился. Хуйня какая-то, блядь, друзья. Rejoin. Нажал Rejoin. Извините, пожалуйста, можно скажу? А кто там с медведем воюет? Алло, алло. О, заработало. У вас звук игры появился? Вы... У вас звука нет? Output — это наушники? А теперь? Хигерей. Да. Ты слышишь меня? Да. Мама ебал-то. Ты меня слышишь? Да-да-да. Все, ты пофиксил. Я ебу, как их, блядь, в дефолт вернуть, сука, вы такие умные, как? Где кнопка дефолт, блядь? Конечно, блядь, дондук ебаный. Хикера, зайди в сеттингс, пожалуйста, и чё у тебя аутпут, какая стоит настройка? Output. Звука. Типа наушники, да, ну, какие у тебя стоят? Наушники, да. Аутпут, наушники, инпут, микрофон. Наушники. Динамики. Можешь дефолт поставить просто. Блять, еще один нахуй. О, айсберг уже взорвали, нихуя. Хихера, я мерзну. Так грейся, блять. Ебало, вольни свое, разберусь, что мне делать. Ебало свое, ты вольни нахуй. Охуел, блять. Че ты сказал? Звук говорит. Да я ебу, что ли, что выбрать, блядь? Вот, я выбрал... Алло, блядь, хикерей. Ебало свое, увольни, блядь, пингвин ебаный. Я тебя сейчас застрелю, нахуй. Слышишь, блядь, чмо? Вот ебало, вольни свое, блядь, пока щеки твои не ободрал, нахуй. Выйди, блядь, я... Есть звук или нет? А, его не слышно?
Блять, мы теперь его не слышим. Так я делаю, как вы все советуете, блять! Вывод наушников попробуй. Сука, я его уже 20 раз ставил. Вот мои наушники. Logitech Wireless, блядь. Ой, я в рот ебал. Блядь, почему у меня такие стримы, бля, прекрасные, нахуй. Я сделал. Слышь, блядь, чмо? Хихирей, стой. Не-не-не, ни в коем случае. Иди сюда. Пойдем, я заныкал 5 угля. Пойдем, я тоже уголь возьму. 5 угля заныкал, пойдем. Ты долбоёб? Хочешь, я тебе шприц дам, если я пиздобол? На, блядь. Вот шприц. Остановись, уёбище, блядь. Его не слышно? У меня так много схем. А теперь слышно? Остановись! Слышно его теперь? Да мне холодно, я на корабль пойду греться. Да верни шприц, чмо, блядь. Так я его схавал, все. Ты можешь со мной, блядь, за углем пойти, нахуй, долбоёб, 5 штук, блядь. Нахуй тебе шприц дал, чудовище с камер ебаный. Так у меня места нет для угля, нахуй мне. Ты долбоёб, со мной сходи, просто я заберу уголь, блядь, тупица ебаный. А, так ты сышь, так и скажи, что у тебя штанишки полные, блядь. Я, блядь, су, нахуй, на тебе въебало, блядь, чудовище, нахуй, ебаное. Я тебе сейчас пиздану. Не пизди, я знаю, где 5 угля, блядь. Я тебе нужен еще в этой игре. Ебать, мамонт распизделся, нихуя. Ебало, не открывай всё, блядь. Бля, ебать ты базаришь. Чат, а мы туда пришли? Тут уголь был или нет? Бля, погоди. Чат, где уголь был? Дальше? Сейчас где-то низина должна быть. Я еще раз заскамили, походу. Дальше, дальше, говорят, дальше. Пойдем, там 5 угля, блядь. Такой ты, бля, гипопотам, ебаный. Слышь ты, бля, рэпер, не пизди, я тебе говорю, че ебало начищу, блядь. У меня пушка заряжена, нахуй. Вот теперь точно заряжена, блядь. Поэтому не пизди. Пушка заряжена, не стреляй. Во-во-во-во-во, слышь? Вот тут уголь. Сейчас заберу. Э? Все, погнали. Сколько у тебя угля? 2. Ты че, еблан ты сказал? У тебя 5. А-а-а! Ебаш! Давай, да я... А меня... Ты гнида? Сзади пизда там. Ты только что костью занул, черт. Ты че, долбоёб? Ты кость... Руки вверх. Руки вверх! Они на меня напали? А, все, они на тебя напали, давай, ебаш. Долбоёб, блядь. Ебало, закрой, бля, уёбок, бля, вы. Я ебашусь. Пиздец ты, нахуй. А теперь руки вверх. Ты чё, долбоёб? Слоты свои показывай, кости все выкидывай, которые у тебя есть. Нахуй. Я тебя сейчас затулю, блядь. Какие слоты, нахуй? Это полиция белых медведей. Руки вверх. Полиция Майами. Пойдем, пойдем, пойдем. Пиздец ты, нахуй, блядь. Это ты вызвал? Ой. Ты долбоёб? Ты думаешь, ты можешь вот прикрываться. Ебать, а что там гудит на корабле? Гудок. А почему он гудит? Сейчас я шпагу починю, погоди. Потому что слышишь, тотем? Ты слышишь, тотем? Да. Ломай нахуй. Где он? Это тотем разве? Это не я? Да, это звук тотема, долбоёб. А. Блять, я в эту игру 1000 часов играю, или ты, блядь? Сейчас бы я погреюсь. Тут 3 тотема стоит! Сломай. Охуеть, 3 тотема. Посчитал, да? Да, я все разъебал. Красава, красава. Это, бля, жесткий вообще. Как там, нормально? Ты можешь не пиздеть, блядь, долбоёб? Можешь ебало завалить, я сейчас убью, нахуй.
Чел, я сейчас зубы выбью, бля, ебалом в печи будешь валяться, аниме свое смотреть. Да? Ты охуел, блядь? Потлатый, блядь, черт нахуй. Пойдем уголь относить. Да ебало, вальни свое, блядь. Без тебя отнесу, нахуй. Хотя толку ноль. Пойдем. Че на обиженных? Давай, скажи. Пойдем уголь относить. Слышь, у нас корабль на мели, походу, сидит, ебать. А я могу супер блутать, да? О, вишенка. Ребята, мы принесли уголь. Я тоже принесла. Мы одного трейдера нашли. Кого нашли? Кто? Кто? Я давно уже убежал, если что. Айтрейтера одного нашли. Эмскилл трейдер? Я уже убежал. Нет, не трейдер, я уже давно убежал бы. Стрелял в меня. Короче, ребят. Да-да-да. Ситуация? Ситуация следующая. Я ходил с хикереем на охоту. Я с хикереем на охоту ходил, блядь. Я сказал, что аниме хуйня, он меня убил, ебать. Делайте выводы, кто второй трейтер, блядь. Чмо, блядь. Да, Анют. Иди в пизду, не отпускайте его. Какое пропустил вообще, короче, вот это... Пиздеж, все. Понятно. Караваем, прикинь. Чё? Ты пропала. А чё за мясо тут? Оно отравлено, что ли? Типа нам... Мясо не ешьте! Мясо отравленное, не ешьте! Хавайте! Не-не-не, мясо отравленное, мясо, всё! Бля, я вам говорю, я бы уже давно съебался, это не я! Да конечно! Ебальник, вальнули, блядь! Вишню уже... Да не, навряд ли. Ой, я молоток выкинула! Сюда, нахуй. Я повелся, корабль, блядь. Заправил 8 углей я только что. Закинула. Куда плыть? Ночь, блядь, скажите, куда плыть? Хуй знает. Ты берешь концерт Будды, да, придумай. А все, нормально, где все? Ты убил их? Не-не, я плыву, я брат. Кикерей, говори, куда плыть. Марк. Да, что, брат? Где у нас Рома? Где у нас Рома? И Рома не знаю, где. А мы не ра... Мы не... Вы с места вообще не сдвинулись? Вы чё, долбоёбы? Мы сдвинулись, сдвинулись и... Посмотри сверху, где корабль, в самом начале. Не-не. Марк, у тебя Марк. Право! Я завернул, ебать! Блин, это всё трейдер нашёлся, ёбаный в рот! Куда? Куда? Чё делать? Куда плыть? Штурвал, кто-нибудь, ты чё, ебанутые? Да я направо держу, блядь, штурвал, нахуй! Мы тонем, ребята! Так чини, ёбаный рот! Бля, что за хуйня, где ты как чини? Блядь, я в клетке, откройте меня, я сейчас утону! Пошёл, да. Ага, открыли, сейчас я открываю. А как чинить? У меня доски есть, как чинить? Чинить? У меня подошёл. Чинить, ребята, вы что делаете? Ты кончай, блядь! Мотор выключи, долбоёб! Идите нахуй. Да, выпускай. Выпускайте Кракена, выпускайте Кракена. Выпускай быстрее. Не выпускай его, долбоёб. Там, не выпускай его. Я зачинил. Я давно уже убежал без этого. Да всё, выпускаю. Да не надо его выпускать, ну вы чё? Нормально. На хп хэл начал, я думал, меня будет координировать. Таймскил, потому что... Я его выпускаю. Кто это? Он нам отравил все мясо, нахуй. Они выпускали. Ебать, мы сели на мель, блядь. Ёбаный рот. Бля, ебать, мы на мели, нахуй. Такая, что Таймскил, все мясо, которое в печке, оно отравлено. И он, типа, с ружья в меня это... Короче, это, скорее всего, Таймскил. Типа и Хикерей, если он его выписал. Это не Хикерей, нет. Хикерей мой кент, ебать. Давай докажи то, что я носил. Я его 7 рубля принял. Не, ну ты носил, Какие соты заранее? Я за тобой ходил. Ты убежал самый первый. Сам вперед за лукава, лоб. А лоб, ты самый первый убежал. Бля, ебать они пиздят. Я же все просто соло игру выиграю. Слышите, у меня есть одно оправдание. Да, максимально специально, ебать. Где медведь, там корабль, там было две кости. Трейдер, типа
я их заметил сразу. Так, давайте их послушаем. Пошел за мной, типа, лутать этот корабль. Я говорю, типа, я бежал самый первый, передо мной спотыкнулся. Ой, бля, холодно. Всего это эмскил на косяк. В смысле, ты всегда первый, а я сзади был, побежал на корабль. Странная была, что аймскилл, типа, отыгрывал просто актера, орал, типа, тут стреляют, стреляют, и просто начал в меня хуярить ни с того ни с сего. Да. Потом мы с караваем отравились мясом. Потому что каравай стрельнул в вишенку. Он хуйня, не неинтересно. Мясо травит в инсайдер еще сейчас. Так я в тебя не стрелял, в Так, смотрите, наша главная цель сейчас, друзья, а где Марк? Это починить шпагу, нахуй. Где Марк, ебать? Нет, Ромен, ебать, не получится на меня спихнуть, блядь, вину, нахуй. Ни в коем случае, я не дамся живым. О-о-о-о. Такое надо. Да не замерзну, сейчас день уже, мужики. Бля, куда реально инсайдер делся? Надо еще узнать. Бля, если инсайдера убили опять, это вообще тильт. Третью катку подряд чел, вообще не поигравший, все-таки сает. Трупы чего не чекаешь? А там может быть что-то прикольное? Так. Мясо есть, это нам надо. О, кость. Нихуя. Так, охуели это я мерзну? Мне типа вообще похуй, потому что я уголь еще добываю. Ко мне вообще предъяв должно быть ноль. А, они реально взорвали уже айсберг? Охуеть. Это очень круто. Надо побольше этого посмотреть, этой хуйни. Как люди, профессионалы играют в эту игру и поучиться чуть-чуть. А то реально как Аболтус ёбаный, блядь. Амогус играю в это. Оп. О-о-о! Все, это победная. Все, то, что я нашел бочку, это победная, друзья. Главное, чтобы меня еще не пизданул никто. Ёбаный рот. Все, надо миллион угляча найти, прийти на корабль и показать всем, что я такой крутой. Все, это победная. Очко ставлю. Если меня еще никто не ёбнет, конечно, в бочину. Привет! Че, выпил? Я что-то выпил, да? Ой, блядь! Я яд выпил? Вы что, гоните нахуй? Да я не замерзну, заебали. Все четко. Сюда уголь. Три. Блять, один. Оп! Бля, ко мне нет. Это еще очень я плохо сделал, да? А я могу прыгнуть на эту хуйню? Бля. Я могу прыгнуть, да? Меня тоже принесло. О, заебись. Алло, алло, кто там снизу? Даша. Даш, есть костер. Поставь костер. Ща умру нахуй. Пиздец. Я спускаюсь. Ай. Поставила. Спасибо. А что там Рома орал, что это я, блять? Вообще охуел. Он орал, что это этот аймскилл. Про меня не сломится? Вы видите, блять? Здесь кто-то поставил тотем, бля. Нихуя, блять, черти ебаные. Это не я. А может и я, бля. Смотрите за этой жертвой. Она даже не подозревает, что охотник держит ее на прицеле.
Вот так вот глупенькая девочка просто доверилась этому маньяку и встала к нему спиной. Ага. Глупышки. Они еще не знают про мой план. Я им покажу, кто на этом корабле папочка. Оп. Они у меня попляшут, блять. Хорошая попытка трейтера. Ты еще тот зайчик, я тебе скажу. Марк! Марк! Что ты делаешь, Марк? Марк! У тебя сколько угля? На колени. На колени. На колени. Ой, патроны закончились. На колени, у меня еще много патронов, я тебя сейчас убью. Блять. На колени, блядь. У меня тоже патронов много. Блять. Патроны. Да вы задолбали. У меня нету дерева больше. Чините, у кого есть. У меня есть. У меня 19 дерева и 8 угля. 5 угля, точнее. Ебать, я пиздобал. Кто здесь штурвалом, у ёбки? Не знаю. Да, Марк, это ты последний, блядь. Ваня, это ты? Я за рулём, проблема нахуй, блядь. Хикерей за рулём? Вы чё, вообще долбоёбы? Марк, блядь, специально это сделал. Да, и поэтому Марк несёт 8 угля, блядь, и дохуя дерева. Просто... Так, давай. Всё, всё, закончил. А чё так мало проплыли? Блять, вы еще дальше от берега поплыли. Мне кажется, Хикерей просто специально тормозил и несот потопил. Ааа, я сейчас умру от холода. Шо ты, блять, чучело, еба, дай патрон мне. Валеру видишь? Валеру видишь, бля, уебан. Рома, могли в процессе того, что мы плыли, шпиздить, нет? Есть, пожалуй, есть этот... Есть, да. Где погреться, погреться. Да, гоу в печи, где я еда, где еда? На, внизу, внизу, я зашла только. Бля, так, сделаю себе мясо и больше никому не дам. Да, странно как-то проплыли. Я бы не знаю, я бы Яна чисто посадил нахуй рядом. Мы я вообще просто знаю, уголь знаешь, весь посадил, нахуй спить. Я-то уголь второй, два закинула. Давай. Я только Ром, ты пять принес, мы проплыли, блядь, миллиметр нахуй. Мы проплыли, блядь, очень мало. Да вы долбоёбы, я там разворачивался, блядь, с айсбергом. Да не пизди нахуй. Да Ян пиздобол ебаный, сажайте в клетку его. Ебланы, блядь, за... На каком основании выпускаешь МСИО, скажи мне? Да я не выпускал его, алло, долбоёб. Караватчик, брат, а что ты делаешь все время? Че? Че делаешь все время, бро? Просто на корабле стою. Мы чисто с караваем подблевали, блядь, друг на друга. Каравай на надзиратель ебаный, он там сидит. Съебали бегать! Сейчас маньяка поймаю. Не, мы еще мы блевали друг на друга. Все. Нормально. Есть ловушка, сейчас маньяк какой-то попадет. Осталось только ждать. Кто попадет, тот убийца. Че, я завожу корабль? Сколько угля? У меня 5. День дождемся. Главное не наступить самому. Кто на капкан наступил? Это что такое? Охуенный, я в капкане, блядь. Вы долбоёбы нахуй? Моя ловушка сработала. Что это за хуйня? Уебаный, блядь. Кто-то на корабле, короче. Да долбоёбку это ебаный, это факт, нахуй. Ян. Это ты и стоит характеристика похожа на тебя. Ой, блядь. Капкан, ебаный, блядь. Да.
А есть еще дерево, Марк? Может, да. Можешь печку? Да. Понятно, блядь. Погреться надо. А где реально инсайдер, друзья? Где инсайдер? Холодно. Друзья, где инсайдер? Ебать, мне в камере, класс. Ребят, похавать есть? Да замерзаю, Марк, пожалуйста. Надо погреться, давайте в печку погреться. Где инсайдер, блядь? Вы чё, рофлите надо мной? Где инсайдер? Где Рома, блядь? Где все нахуй? Да не знаю. Ребята, выпустите меня, даю инфу, это Рома. Иди в пизду. Бля, у меня за окном какие-то алкаши орут, они заебали уже. Ну либо ты, блин, если бы реально, если бы ты был он, ублюдки, он даже... Давай, я пожарил эти мясо, может, попустил. Оп, спасибо. Да, я давлю на глаза тебе, блядь. Я не думаю, блядь. Рома давит на психику. А еще мясо, крабу, ты все забрал, да? Или а там взял? Один был, один кусок. А, все, окей. Окей. От одного нормально можно сейчас поесть. Да, мне кажется, на самом деле это спасибо, Марк спасибо. Типа просто под себя кинул капкан и делал. Ты что, долбоёб? Я вообще долбоёб, что ли, блядь? Что, Марк мне нажал туалетом, он сказал. Просто так, по приколу, блядь. Ты думаешь, я вообще долбоёб? Нам бы плыть, конечно, по-хорошему, но... Поплывите, я 8 угля закинул, плывите, зажигаю. Хикерей, за руль вставай. Ребята, бесконечно так плыть можно? Не-не-не, нам надо айсберга доплыть, брат. Я завел, плыви. Так это Марк, блядь, завел корабль. Это мне кажется... Налево выкручивай. Налево, еблан! Ебало, завали. Ты чё, охуел, чёрт, блядь? Давай, Вишенка, не пизди. Сейчас пиздиться будем, блядь. Долбоёб, айсберг, сейчас обьёшь! Я налево дал. Бля, ты такое чудовище, тебя сейчас застрелю. Ты чудовище, нахуй, я принцесса ебаная. Давай, ты орань, бля. Меня бьют, меня пиздят. Ты долбоёб там корабль... Блядь, это не я, вот я. Это не я. Да вот я стою, это не я, блядь. Да, ты только что, блядь, стопнул и убежал. Не, ударил я его по Сара 0, он просто пиздит дохуя. Говорит, открывай, блядь. Прямо плыви. Ебать, крадется с револьвером. На нахуй. Меня бьют. Это я, стой, это я. Да подожди. Долбоёб, где шпага моя? Я случайно её кинул. Это не я! Это не я! Блядь, Хикерей, ты долбоёб? Это не я! Да меня крова пиздит. Это Хикерей! Ебать, ты не пашешь! Нахуй меня ударил? Нихуя не вижу. Это Хикерей его. Как тебя подняли? А нахуй ты его убивал? А нахуй ты меня усилил? Да что ты меня убивал? Ты меня начал бить, долбоёб. Ты лучше этого, как его, блядь, Марка, посмотри там, что он это самое. Посмотри, блядь. Я тебе чё, нахуй, сир ёбаный? Он меня два раза зачмырил, когда я за рулем был. Блядь, что происходит? Вот сюда, блядь. Нам надо корабль. Есть корабль. У кого есть дерево? У меня 14 дерева. Где? Ну, корабль внизу. Почини дырки. Почини. Наш вот корабль идет ко дну. Мау. Помоги мне, я утону. А где Макриски? Рома трейдер, походу. Рома что-то нахуя один бегает, нет вам? Да. Да я чиню, блядь, и так. А где Рома? Кто плывет? Я. Да. Бля, у меня забив, походу, какой-то зак. Да не, мы тут с парнями просто поссорились немного. Ну да. Стычка была. А кто тут столько мяса скинул? 6 штук в... Это я отравленная, которая сказала. Да, алкаши ебаные, там что-то 3-3, блядь, выясняют. А что тут Марк, блядь, уснул? Не, бро, я тут. А, бля, это... Я в окно смотрел, какие-то алкаши орут на улице, блядь. Реально? Слышь, выйди, скажи. Сюда. Все, корабль целый, надо плыть, но... мы все наплыли. Гоу за углем. Вадь, не кричи, ну, кричи очень, быстрый микрофон. Всем дали это. А сколько нам проплыть еще?
Сколько нам проплыть осталось? Прям чуть-чуть вообще. Гоу вместе уголь искать. Хикерей, дай патроны. Рома пришел, принес уголь. Я все на тебя потратил. У меня только один уголь. Ань, дай патроны. Я все обошел, там вообще нету, у меня нету. А кто так трейдер получается? Давайте на досках тогда попробуем на угле и скинем. Попробуем. Можно у меня есть 10 досок. Да, можно, да, можно все предметы. Нам осталось прям просто немножко проплыть вообще. Да, да, да. А тут есть фристайл где-то? О. Я, короче, на скале еще один тотем распуярил, блядь. Пиздец. Он так захотел, чтобы успел. О, сюда! Ебать тут досок. Ща доски принесу. Алло, бля, команда. А кто МСИЛ выпустил или он сам вышел? Он сам, наверное. Ребят, у меня 14 досок, я иду закидывать. Сидите на корабль, я уплываю. Давай. И бочку еще закину. Еще бочка, она гореть будет долго, нахуй. Вернитесь на корабль, ребята. На корабль быстрее. Я закидываю. Не закину, пока все не придут, то меня убьют или спиздят с печки. Не, все. Тут, Марк, я тут, я с тобой пустой, пойдем. А чё? Когда все придут. Идите на корабль, у меня 15 досок и бочка, мы доплывем. Там погреемся, пойдем. Мы доплывем, идите на корабль все. Идем. Нам чуть-чуть осталось. А кто сзади бежит вон? Кто это? Это... Рома еще. Стоп, а кто-то второй трейтер? Кто второй трейтер? А фиг знает. Я не удивлюсь, если Вишня второй трейтер. Нахуя мне корабль? Она на вопрос не понимает, что она второй трейтер. Давайте нахуй не Хикерей повезет корабль, пожалуйста. Да, Ром, иди ты. Давай не я. Саша, закидывай. Я все закинул. Все закинул. Я зажигаю. Давай, я буду подкидывать. Бочка и 20 досок. Рулите кто-нибудь. Я не могу встать за это. Охраняй, Аня, охраняй печку. Давай. Влево давай, руля, уёбки, блять! И вперед нажимаем. За что? Это инсайдер! Это Ваня, ебашьте инсайдера, ёбаный сыр, блять! Да каравай, выкинься нахуй! Вот он тут. Маму ебал. Как его скинуть, блять? Да как его выкинуть нахуй? Найс, все, за руль. Вперед. Чё ты? А каравай? Да, лево. Меня от нервов вырвало! От нервов вырвало! Каравай? А чё, каравай? Меня вырвало! Меня тошнит, я нервничаю! Каравай, страшно! Каравай, алло! Так, кинь его за борт! Нервничаю, страшно! Нервничаю, тошнит! Марк, не блюй! Я нервничаю. Выпусти, пожалуйста. Марк, право. Я нервничаю, корабль к свободе веду. Я очень нервничаю. На антидот, Марк. Давай. Я еще докидываю. Я пью антидот. Дай руль, сука. За штурвал. Дай руль. Я приведу нас к выходу. Я за штурвалом. А, инсайдер, ебашит. Блядь, это не я, это Хикерей, это не я! Ебаные, блядь, дебилы. Давай, Юичка! Ну что вы наделали? Что за хуйню вы делаете? Ром, подними, пожалуйста. Бля, я караватчика почти добил, блядь. Я поднимаю, Хикерея. Зачем вы деретесь? Поднимите. Бля, Хикерея, не поднимайте. Во второй. У нас нечего. Это я, меня можно открыть. А кто в бой? Каравай трейдер, я его застрелил. Почему вы меня убили? Это инсайдер. А кто на корабля? Вас вообще пушку закиньте, закиньте пушку. Ань, тебя Хикерей бил, это не я. Тебя Хикерей бил. Пушку, закинь пушку в печку, пушка тоже плавится. Ром, закинь пушку. У меня была пушка, меня ее скорее. Закидывай пушку в печку. Я закину. Там били того, кто за рулем был, я бил тех. Меня убили, меня нахуй. Давай, я за штурвалом, я еду, бля. Закиньте все свои пушки, я еще нас засейвю. Давай, Ромен. Давай, Ромен, мужик. Да похуй, кидай все, бля, что есть. Как, я бы сказал, как кого. Лука, у меня даже, блядь, лук. Отойди, дай закину. Дай закину, отойди.
Бегу, 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 капитан! Бегу! Я за штурвалом! Стою, стою! Отойди, отойди, Аня! Блять, Марк, нахуй! Да, да, да! Я ничего не пойму! Я рофлю, братан! Я за штурвалом! Я за штурвалом! Я за штурвалом! Даша ебашит! Да, Марк, подними, Марк, подними! Блять, вы нахуй все сейчас улетите! Поднимаю! Ну подними, Марк, ну крыса! Да все, мы выиграли! Пиздец, чё за хуйню вообще утворили, нахуй? Чё случилось? Блять, я не понимаю, что, мне делать надо! Я просто такое месиво произошло! Стойте, дайте скажу, я был с инсайдером, я не понимал, что мне делать, я просто вижу, Ваня бегает, я просто даже за ним не я заметил, что ты не понимал, что делать. Блять, сори, Ванюк, я вообще нихуя... Мне говорят, встань нахуй, это типа... Пиздец, короче, сорян, я нихуя не понимал. Мне кажется, в моменте произошла небольшая паника. Бля, Марк начал, короче, ебашить кого-то там. Я тебя шприцом кольнул, поэтому ты блевал. Я думал, я из-за нервов блюю, блин. Все, ребят, все, ребят, я погнал, спасибо, пока-пока. Давай, брат, спасибо тебе огромное. Я, а ты такая говоришь мне, выйди из-за штурвала, и меня кто-то начинает пиздить топорами. Трамвай все передо мной залутал, это пиздец. Ты просто передо мной бегал. Да. Я смотрю по этой статистике, я просто передо мной бегал. Я знал, что это не эмскилл. Бля, на самом деле, вот эта последняя катка мне прям очень понравилась. Прям.